Дэвид Хокинс. Отпуская дискомфортные чувства. Путь принятия. Глава 1. Видение. Однажды, находясь в состоянии глубокой задумчивости, ум сказал: «Что же с нами не так, в конце концов? Почему счастье не остается неизменным? Где найти ответы? Как нам решить человеческую дилемму? Может, я сошел с ума, или мир сошел с ума? Решение любой проблемы, по-видимому, приносит лишь краткое облегчение, поскольку оно является основой для следующей проблемы. Является ли человеческий разум безнадежной белкой в колесе? Все ли недоумевают? Знает ли Бог, что Он делает? Бог мертв?» Ум продолжает болтать. «Кто-нибудь владеет этим секретом?» «Не волнуйся, все в отчаянии. Кажется, что некоторые относятся к этому прохладно. Я не понимаю, о чем тут переживать, — говорят они. Жизнь кажется мне простой. Они так напуганы, что не могут даже взглянуть на нее. Как насчет экспертов? Их замешательство более изощренное. Завернутые во впечатляющий жаргон и тщательно продуманные умственные конструкции. Они заранее предопределили систему убеждений, в которые пытаются втиснуть вас. Какое-то время эти убеждения, кажется, работают, но потом вы снова возвращаетесь в свое первоначальное состояние. Раньше считалось, что мы можем рассчитывать на социальные институты, но теперь их время прошло. Больше никто им не доверяет. У нас теперь больше сторожевых псов, чем учреждений. Больница контролируется несколькими агентствами. Никто не успевает работать с пациентами, которые теряются в неразберихе. Взгляните на коридоры. Там нет врачей или медсестер. Они находятся в офисах, занимаются оформлением документов. Все общество дегуманизировано. Но, говорите вы, должны же быть какие-то эксперты, у которых есть ответы. Когда вы расстроены, вы обращаетесь к врачу или психиатру, аналитику, социальному работнику или астрологу. Вы принимаете религию, изучаете философию, проходите тренинг личностного роста, нажимаете себе на точки по методу EFT. Вы балансируете свои чакры, пробуете рефлексологию, отправляетесь на акупунктуру уха, делаете иридодиагностику, лечитесь цветами и кристаллами. Вы медитируете, повторяете мантру, пьете зеленый чай, пробуете учение пятидесятников, дышите огнем и говорите в экстазе на неведомых языках. Вы центрируетесь, изучаете НЛП, пробуете актуализации, работаете над визуализацией, изучаете психологию, присоединяетесь к юнгианской группе. Вы проходите терапию рольфингом, пробуете психоделики, пробуете ясновидение, пробежку, джаз-тренировку, колонотерапию, здоровое питание и аэробику, зависание вверх ногами, носите энергетически заряженные украшения, получаете все больше инсайтов, биообратной связи, гештальт-терапии. Вы встречаетесь со своим гомеопатом, мануальным терапевтом, натуропатом. Вы пробуете кинезиологию, устанавливаете свой тип эннеаграммы, балансируете свои меридианы, присоединяетесь к группе, расширяющей сознание, принимаете транквилизаторы. Вы делаете гормональные уколы, пробуете соли Шуслера, балансируете свои минералы, молитесь, умоляете и припадаете к ногам. Вы учитесь выделять астральное тело, становитесь вегетарианцем, едите только капусту. Пробуйте макробиотики, едите только органические продукты, не едите ГМО. Едете к индейскому целителю, проходите процедуру очищения. Пробуйте китайские травы, прижигание, шиацу, акупрессуру, фэншуй. Вы едете в Индию, находите нового гуру, снимаете одежду, плаваете в Ганге. Смотрите на солнце, бреете голову, едите пальцами, становитесь очень грязными, моетесь в холодной воде.
Поете племенные песнопения, переживайте прошлые жизни. Пробуйте гипнотическую регрессию. Кричите первобытным криком, бьете подушки. Испытывайте на себе метод Фельденкрайза. Присоединяйтесь к группе брачных встреч. Идете к единству. Пишите аффирмации. Создаете доску визуализации. Проходите опыт повторного рождения. Гадаете на Ицин. Раскладывайте карты Таро. Изучайте Дзен. Проходите больше курсов и семинаров. Читаете кучу книг. Проходите трансактный анализ. Ходите на уроки йоги. Занимаетесь оккультизмом. Изучаете магию. Работаете с гавайским знахарем. Отправляйтесь в шаманское путешествие. Сидите под пирамидой. Читаете Нострадамуса. Готовитесь к худшему. Едете в ретрит. Поститесь. Принимаете аминокислоты. Покупаете генератор отрицательных ионов. Присоединяйтесь к мистической школе. Изучайте секретное рукопожатие. Пробуйте тоническую тренировку. Пробуйте цветовую терапию. Пробуйте сублиминальную терапию. Принимайте энзимы для мозга, антидепрессанты, цветочные препараты. Ходите в оздоровительные центры. Готовите с экзотическими ингредиентами. Исследуйте странные ферментированные штуковины из далеких мест. Едете в Тибет. Ищите святых людей. Держитесь за руки в кругу и ловите кайф. Отказывайтесь от секса и идете в кино. Надевайте желтые одежды. Присоединяйтесь к культу. Пробуйте бесконечные варианты психотерапии. Принимайте чудо-лекарства. Подписывайтесь на множество журналов. Пробуйте диету Притыкина. Едите только грейпфруты. Катайте по линиям на ладони. Думайте о новой эре. Улучшайте экологию. Спасайте планету. Делайте снимок ауры. Носите кристалл. Получайте индуистскую эстетическую астрологическую интерпретацию. Посещайте медиума. Проходите сексуальную терапию. Пробуйте тантрический секс. Получайте благословение какого-нибудь бабы. Присоединяйтесь к анонимной группе. Едете в Лурд. Отмокайте в горячих источниках. Присоединяйтесь к коммуне Варики. Носите лечебные сандалии. Заземляйтесь. Вдыхайте больше праны и выдыхайте этот застарелый черный негатив. Пробуйте головокалывание золотыми иглами. Жуете желчный пузырь змеи. Пробуйте дыхание чакрами. Очищаете свою ауру. Медитируйте в Великой пирамиде Хеопса в Египте. Говорите, вы и ваши друзья пробовали все перечисленное. О, человек, ты прекрасное создание. Трагический, комический и все же столь благородный. Такая храбрость продолжать искать. Что заставляет нас продолжать искать ответ? Страдание? О да. Надежда? Безусловно. Но есть нечто большее. Интуитивно мы знаем, что где-то есть окончательный ответ. Мы спотыкаемся на темных путях, в глухих переулках и тупиковых аллеях. Нас эксплуатируют и берут в плен, разочаровывают, загружают, а мы продолжаем пытаться. Где наше слепое пятно? Почему мы не можем найти ответ? Мы не понимаем проблемы, поэтому мы не можем найти ответ. Может быть, это очень просто, и поэтому мы не можем это увидеть. Может быть, решение не снаружи, и поэтому мы не можем его найти. Может быть, у нас так много систем убеждений, что мы слепы к очевидному. На протяжении всей истории всего несколько человек достигли великой ясности и пережили на своем опыте окончательное решение наших человеческих проблем. Как они пришли к этому? В чем их секрет? Почему мы не можем понять, чему им приходилось нас учить? Неужели это практически невозможно или почти безнадежно? А как насчет среднего человека, который не является духовным гением? Множество следует духовными путями, но едва ли есть те, кто наконец преуспевает и понимает конечную истину. Почему это происходит? Мы следуем ритуалам и догмам и усердно практикуем духовную дисциплину, и снова мы терпим крах. Даже когда это работает, быстро возникает эго,
и мы оказываемся пойманные в ловушку гордости и самодовольства, думая, что у нас есть ответы. О Господи, спаси нас от тех, у кого есть ответы. Спаси нас от праведных, спаси нас от добродетельных. Неопределенность – наше спасение. Для находящегося в замешательстве все еще есть надежда. Держитесь за ваше замешательство. В конце концов, это ваш лучший друг, ваша лучшая защита от смертельности ответов других, от изнасилования их идеями. Если вы в замешательстве, вы по-прежнему свободны. Если вы в замешательстве, это книга для вас. Что содержится в этой книге? В ней рассказывается о простом способе достижения глубокой ясности и преодоления ваших проблем на этом пути. Не путем поиска ответов, а путем устранения основы проблемы. Состояние, достигнутое великими мудрецами истории, достижимо. Решение находится внутри нас, и их легко найти. Механизм отпускания прост, и истина не требует доказательств. Он работает в повседневной жизни. Нет системы догм или убеждений. Вы убеждаетесь во всем сами, поэтому вы не можете быть введены в заблуждение. Нет никакой зависимости от каких-либо учений. Метод следует высказываниям «познай самого себя», «истина сделает вас свободным» и «Царство Божие внутри вас». Он работает для циника, прагматика, религиозного человека и атеиста. Он работает для любого возраста или культурного контекста. Он работает как для духовного человека, так и для недуховного. Поскольку механизм является вашим собственным, никто не может отнять его у вас. Вы в безопасности от разочарования. Вы сами узнаете, что реально, и что есть только программа ума и система убеждений. Пока все это происходит, вы станете здоровее, успешнее, с меньшими усилиями, счастливее и более способными к настоящей любви. Ваши друзья заметят разницу, изменения будут устойчивы. Вы не взлетите высоко, чтобы потом упасть. Вы обнаружите, что внутри вас есть автоматический учитель. В конце концов, вы откроете для себя свое внутреннее «я». Вы всегда бессознательно знали, что оно есть. Когда вы столкнетесь с ним, вы поймете, чему пытались учить великие мудрецы истории. Вы поймете это, потому что истина самоочевидна. Ее не нужно доказывать, и она содержится в вашем собственном «я». Эта книга писалась, читатель, постоянно думая о вас. Читать ее легко, это не требует усилий и очень приятно. Нечему учиться и нечего запоминать. Когда вы ее прочитаете, вы станете светлее и счастливее. Текст книги автоматически начнет давать вам опыт свободы, пока вы читаете ее страницы. Вы почувствуете, что тяжесть уходит. Все, что вы делаете, станет более приятным. В вашей жизни станут происходить какие-то счастливые сюрпризы. Все будет лучше и лучше. Это нормально быть скептически настроенным. Мы идем путем наименьшего сопротивления, так что будьте настроены настолько скептически, насколько хотите. Действительно, желательно избегать воодушевления энтузиазма. Эта установка позже может привести к разочарованию. Поэтому не энтузиазм, а спокойное наблюдение послужит вам лучше. Есть ли такая вещь, которая существует во Вселенной просто так? Да, конечно, есть. Это ваша собственная свобода, о которой вы забыли и не знаете, как ее испытывать. То, что вам предлагается, это не что-то, что нужно приобрести. Это не что-то новое или находящееся вне вас. Это уже ваше, и просто нужно пробудить и вновь обнаружить это. И это проявится само собой. Цель описания в книге этого подхода – просто связать вас с вашими собственными внутренними чувствами и переживаниями. Кроме того, здесь есть много полезной информации, которую ваш разум захочет узнать. Процесс отпускания начнется автоматически – потому что природа ума стремится избавляться от боли и страданий
и испытывать большее счастье. Глава 2. Механизм отпускания. Что это? Отпускание похоже на внезапное прекращение внутреннего давления или сброс тяжелого веса. Оно сопровождается внезапным чувством облегчения и легкости, с усиленным чувством счастья и свободы. Это реальный механизм ума, и все испытывали его в каких-то случаях. Хороший пример следующий. Вы посреди интенсивного спора. Вы сердиты и расстроены. И вдруг внезапно вам приходит в голову, что все это абсурдно и смешно. Вы начинаете смеяться. Давление уменьшено. Вы выходите из гнева, страха и ощущения, что на вас нападают, и внезапно начинаете чувствовать себя свободным и счастливым. Подумайте, насколько было бы великолепно, если бы вы могли делать так в любое время, в любом месте и с любым событием. Вы могли бы всегда чувствовать себя свободно и счастливо и никогда не давать вашим чувствам снова загонять себя в угол. Это все, в чем состоит эта техника. Отпускать сознательное пожелание, так часто, как захотите. Вы отвечаете за то, как вы себя чувствуете, и вы больше не во власти мира и ваших реакций на него. Вы больше не жертва. Здесь используется положение основного учения Будды, которое удаляет давление непреднамеренной реактивности. Мы несем с собой огромный резервуар накопленных отрицательных чувств, отношений и верований. Накопленное внутреннее давление делает нас несчастными и является основанием для многих наших болезней и проблем. Мы смирились с ним и оправдываем его тем, что таковы условия человеческого существования. Мы стремимся сбежать от него бесчисленными способами. Средняя человеческая жизнь тратится на попытки спрятаться и сбежать от внутренней суматохи, страха и угрозы страдания. Самооценка каждого постоянно находится под угрозой и изнутри, и снаружи. Если мы внимательно посмотрим на человеческую жизнь, мы увидим, что это по существу одна долгая замысловатая борьба, направленная на то, чтобы избежать наших внутренних страхов и ожиданий, которые были спроецированы на мир. Она прерывается иногда периодами празднования, когда мы на мгновение смогли избежать внутренних страхов. Но страхи все равно еще ждут нас там. Мы стали бояться наших внутренних чувств, потому что они содержат такое огромное количество негатива, что мы боимся, что он захлестнет нас с головой, если нам придется заглянуть в них более глубоко. У нас есть страх перед этими чувствами, потому что у нас нет сознательного механизма, с помощью которого можно этими чувствами управлять, если мы позволим им подняться изнутри. Поскольку мы боимся столкнуться с ними, они продолжают накапливаться, и, наконец, мы втайне начинаем ожидать смерти, желая, чтобы вся эта боль наконец прекратилась. И болезненными являются не мысли или факты, но чувства, которые сопровождают их. Сами по себе мысли безболезненны, в отличие от чувств, которые лежат в их основе. Причиной появления мыслей служит аккумулированное давление чувств. Одно чувство может создать буквально тысячи мыслей в течение определенного времени. Подумайте, например, об одном болезненном воспоминании из молодости, одном ужасном сожалении, которое было вами скрыто. Посмотрите на все годы и годы мыслей, связанных с тем единственным событием. Если бы мы могли отпустить лежащие в основе болезненные чувства, все эти мысли исчезли бы немедленно, и мы забыли бы то событие. Это наблюдение соответствует результатам научных исследований. Научная теория Грея-Лавайлета объединяет психологию и нейрофизиологию. Их исследование продемонстрировало, что эмоциональные тоны организуют мысли и память. Мысли располагаются в банке памяти в соответствии с теми разнообразными оттенками чувств, с которыми связаны эти мысли. Поэтому, когда мы оставляем или отпускаем чувства, мы освобождаемся от всех связанных с ними мыслей. Большая ценность знания техники отпускания чувств состоит в том,
что одно или все чувства могут быть отпущены в любое время и в любом месте немедленно. И это может делаться непрерывно и легко. Каково это состояние, когда вы отпустили чувства? Это означает быть свободным от отрицательных чувств в заданной области, так, чтобы креативность и спонтанность могли проявить себя без оппозиции или вмешательства внутренних конфликтов. Быть свободным от внутреннего конфликта и ожиданий означает дать другим в нашей жизни самую большую свободу. Это позволяет нам почувствовать основной закон Вселенной, который, как это будет обнаружено, заключается в том, чтобы проявить самую большую пользу, возможную в любой ситуации. Это может звучать философски, но опыт показывает, что все так и происходит, когда мы делаем это. Чувства и механизмы ума. У нас есть три главных способа обращения с чувствами – подавление, выражение и избегание. Мы обсудим каждый по очереди. Подавление и вытеснение. Это наиболее распространенные способы, которыми мы заталкиваем чувства внутрь и пытаемся их не замечать. Вытеснение это происходит бессознательно, в подавлении это происходит сознательно. Мы не хотим, чтобы чувства беспокоили нас. И кроме того, мы не знаем, что еще можно с ними сделать. Мы в некоторой мере страдаем из-за них и пытаемся продолжать функционировать настолько хорошо, насколько можем. Выбор чувств, которые мы подавляем или вытесняем, зависит от наших внутренних сознательных и бессознательных программ поведения, которые мы получили из социальных правил и семейного воспитания. Давление подавленных чувств позже ощущается как раздражительность, колебания настроения, напряженность в мышцах шеи и спины, головные боли, судороги, нарушение менструального цикла, колиты, расстройство желудка, бессонница, гипертония, аллергия и другие телесные состояния. Когда мы вытесняем чувства, это происходит потому, что в нем содержатся такие сильные вина и страх, что мы этого вообще не чувствуем сознательно. Оно немедленно выталкивается в бессознательное, как только угрожает проявиться. Вытесняемое чувство тогда обрабатывается множеством способов, чтобы гарантировать, что оно останется вытесненным и будет вне зоны осознания. Из этих механизмов, используемых умом, чтобы сохранять чувство вне сознания, отрицание и проекция, возможно, самые известные методы, поскольку они имеют тенденцию сочетаться и укреплять друг друга. Отрицание приводит к значительным эмоциональным блокам и задержке развития, созревания. Оно обычно сопровождается механизмом проекции. Из-за вины и страха мы вытесняем импульс или чувство и отрицаем его присутствие в нас. Вместо того, чтобы испытывать его, мы проецируем его на мир и тех, кто вокруг нас. Мы испытываем чувство, как будто оно принадлежит им. Они тогда становятся врагом, и ум ищет и находит подтверждения, которые подкрепляют проекцию. Вина перекладывается на людей, места, учреждения, еду, климатические условия, астрологические события, социально-бытовые условия, судьбу, Бога, удачу, дьявола, иностранцев, этнические группы, политических конкурентов и другие вещи за пределами нас. Проецирование – главный механизм, использующийся миром сегодня. Он является причиной всех войн, конфликтов и гражданских беспорядков. Поощряется выказывание ненависти к врагам, чтобы выглядеть добропорядочным гражданином. Мы поддерживаем нашу собственную самооценку за счет других, и в конечном счете это приводит к социальной катастрофе. Механизм проецирования лежит в основе всех нападений, насилия, агрессии и каждой формы социального разрушения. Выражение. Посредством этого механизма чувство выпущено наружу, выражено словами или выражено на языке тела,
и отреагирована в бесконечных групповых проявлениях. Выражение негативных чувств позволяет внутреннему давлению быть освобожденным в достаточной степени для того, чтобы остаток мог быть подавлен. Это очень важный момент для понимания, так как многие люди в обществе сегодня полагают, что выражение их чувств освобождает их от чувств. Факты говорят об обратном. Выражение чувств, во-первых, имеет тенденцию расширять это чувство и давать ему больше энергии. Во-вторых, выражение чувства просто позволяет выдавить его остаток из сознания. Баланс между вытеснением и выражением варьируется в каждом человеке в зависимости от предшествующего воспитания, текущих культурных норм и обычаев, а также информации в СМИ. Выражение себя популярно сейчас в результате неверного толкования работы Зигмунда Фрейда и психоанализа. Фрейд указал на то, что подавление является причиной невроза, поэтому выражение было по ошибке принято за метод исцеления. Это неверное истолкование стало лицензией на потакание своим желаниям за счет других. То, что Фрейд на самом деле сказал в классическом психоанализе, это что подавляемые импульсы или чувства должны быть нейтрализованы, сублимированы, социализированы и направлены в созидательное русло любви, работы и творчества. Если мы сваливаем наши отрицательные чувства на других, они переживают это как нападение, и они, в свою очередь, вынуждены подавить, выразить их или избежать этих чувств. Поэтому выражение негативных чувств приводит к ухудшению и разрушению отношений. Намного лучшая альтернатива – это взять на себя ответственность за наши собственные чувства и нейтрализовать их. После этого нам останутся для выражения только положительные чувства. Избегание. Избегание – уклонение от чувств через отвлечение внимания. Это уклонение – главная основа для таких индустрий, как развлечение и алкогольная промышленность, а также для постоянной занятости трудоголиков. Бегство от действительности и уклонение от осознанности – механизм, которому потворствует в обществе. Мы можем избегать нашего собственного внутреннего «я» и мешать нашим чувствам проявляться посредством бесконечного множества занятий, многие из которых в конечном счете становятся зависимости, так как наша потребность в них растет. Люди отчаянно пытаются оставаться неосознанными. Мы наблюдаем, как часто люди щелкают пультом телевизора в ту же минуту, как они входят в комнату, и затем ходят вокруг в сноподобном состоянии, программируемые льющейся у них информацией. Люди в ужасе от возможности столкновения с собой. Они боятся даже одного момента одиночества. Результатом этого является постоянная безумная активность. Бесконечное общение, болтовня, отправка СМС, чтение, игра на музыкальных инструментах, работа, путешествия, осмотр достопримечательностей, походы по магазинам, обжорство, азартные игры, походы в кино, употребление таблеток, наркотиков и посещение вечеринок. Вышеупомянутые механизмы избегания имеют изъяны. Они вызывают стресс, и они неэффективны. Каждый из них требует все возрастающего количества энергии сам по себе. Огромные расходы энергии требуются, чтобы сдерживать растущее давление подавленных и вытесняемых чувств. Прогрессирует снижение осознанности, и происходит задержка развития. Происходит потеря способности к творчеству, потеря энергии и реального интереса к другим людям. Они приводят к остановке духовного роста и, в конечном счете, развитию физических и эмоциональных болезней, старению и преждевременной смерти. Результатом проецирования этих подавляемых чувств являются социальные проблемы, беспорядки и увеличение эгоизма и грубости в нашем современном обществе. Самые значительные следствия – неспособность искренне любить и доверять другому человеку, что приводит к эмоциональной изоляции и ненависти к себе. В противоположность вышеизложенному, что происходит вместо этого, когда мы отпускаем чувства?
Энергия, стоящая за чувством, немедленно разряжается, и в результате возникает эффект релаксации. Накопленное давление начинает уменьшаться, поскольку мы постоянно отпускаем. Все знают, что когда мы отпускаем, мы немедленно чувствуем себя лучше. Изменяется физиология тела. Можно обнаружить улучшение цвета кожи, дыхания, пульса, кровяного давления, мышечного тонуса, желудочно-кишечных функций и химии крови. Состояние внутренней свободы, все физические функции и органы двигаются в общем направлении нормы и здоровья. Происходит немедленное увеличение силы мышц. Улучшается зрение, и наше восприятие мира и самих себя изменяется к лучшему. Мы чувствуем себя более счастливыми, более любящими и более спокойными. Чувства и стресс. Много внимания и интереса со стороны широкой общественности уделяется предмету стресса без реального понимания его сути. Утверждается, что мы в настоящее время наиболее склонны к стрессу, чем когда-либо. В чем заключается основная причина явления стресса? Несомненно, его провоцируют не внешние факторы. Они просто примеры механизма, который мы описали как проецирование. Мы считаем виновными в стрессе кого-то или что-то, когда на самом деле то, что мы чувствуем, является просто выходом наружу внутреннего давления наших подавляемых эмоций. Именно эти подавляемые чувства делают нас уязвимыми для внешних воздействий. Реальный источник стресса на самом деле внутренний, он не внешний, как люди хотели бы верить. Готовность реагировать чувством страха, например, зависит от того, в каком количестве уже присутствует внутренний страх, который может быть вызван внешним стимулом. Чем больше страха у нас внутри, тем больше наше восприятие мира изменено в сторону настороженности и пугливости. Для постоянно боящегося человека этот мир – ужасающее место. Для сердитого человека этот мир – хаос озлобленности и недовольства. Для переживающего вину – мир полон искушений и греха, который он видит везде. То, что мы держим внутри, окрашивает окружающий мир. Если мы отпустим вину, мы будем видеть невинность. Однако страдающий от сознания своей вины человек будет видеть только зло. Основное правило состоит в том, что мы сосредотачиваемся на том, что мы подавили. Стресс возникает от накопленного давления наших подавляемых и вытесняемых чувств. Давление ищет облегчение, и таким образом внешние события только вызывают то, что мы удерживали, и сознательно, и подсознательно. Энергия наших заблокированных чувств проявляется через нашу вегетативную нервную систему и вызывает патологические изменения, приводящие к болезням. Отрицательное чувство немедленно вызывает потери 50% силы мышц тела и также сужает наше видение и физически, и мысленно. Стресс – наша эмоциональная реакция на внезапно возникший фактор или стимул. Стрессовое напряжение определяется нашими системами взглядов и связанным с ними эмоциональным давлением. Это не внешний стимул является причиной напряжения, но наша степень реактивности. Чем более полно мы отпустили чувства, тем менее мы становимся подвержены стрессам. Ущерб, нанесенный напряжением стресса, является просто результатом наших собственных эмоций. Эффективность отпускания чувств и сокращение благодаря этому телесных реакций на стресс были продемонстрированы в научных исследованиях. Множество программ работы со стрессом, предлагаемых сегодня, часто упускают существенный момент. Они пытаются уменьшить последствия стресса, вместо того, чтобы удалить саму причину возникшего напряжения, или они концентрируются на внешних событиях. Это похоже на попытку уменьшить лихорадку, не вылечив инфекцию. Например, мышечное напряжение – последствия беспокойства, страха, гнева и вины. Прохождение курса релаксации мышц принесет очень ограниченные результаты. Было бы намного более эффективно,
вместо этого удалить источник, лежащий в основе стрессовой напряженности, который является подавляемым и вытесняемым гневом, страхом, виной или другими отрицательными чувствами. Жизненные события и эмоции. Рациональный ум предпочитает держать истинные причины эмоций вне сознания и использует для этого механизм проецирования. События или другие люди выставляются виновниками порождения чувства, а сам человек рассматривает себя как беспомощную, невинную жертву внешних обстоятельств. «Они заставили меня злиться. Он меня расстроил. И это испугало меня. Мировые события – причина моего беспокойства». На самом деле все полностью наоборот. Подавленные и вытесненные чувства ищут выход и используют события как спусковые механизмы и оправдания, чтобы выразить себя. Мы похожи на скороварки, готовые выпускать пар, когда возникает возможность. Наши спусковые механизмы установлены и готовы сработать. В психиатрии этот механизм называют переносом. Это потому, что мы уже сердиты, события делают нас сердитыми. Если посредством постоянного отпускания мы отпустили сдерживаемый запас гнева, то очень трудно и на самом деле даже невозможно для любого человека или любой ситуации сделать нас сердитыми. То же самое поэтому происходит со всеми другими отрицательными чувствами, как только они были отпущены. Из-за социальных условий в нашем обществе люди подавляют и вытесняют даже свои позитивные чувства. Подавленная любовь приводит к разбитому от сердечного приступа сердцу. Подавленная любовь повторно проявляется в качестве чрезмерного обожания домашних животных или различных форм идолопоклонства. Настоящая любовь свободна от страха и характеризуется непривязанностью. Страх потери возбуждает чрезмерную привязанность и собственничество. Например, мужчина, который не уверен в своей девушке, очень ревнив. Когда давление подавленных и вытесненных чувств превысит уровень, который человек может выдержать, ум создаст событие где-то там, на которое можно излить и переместить себя. Таким образом, человек с большим количеством подавляемого горя бессознательно создаст печальные события в жизни. Испуганный человек стимулирует пугающие события. Сердитый человек становится окруженным выводящими из себя событиями. И гордого человека постоянно кто-то или что-то оскорбляет. Как сказал Иисус Христос, «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Все великие учителя указывают на внутрь нас самих. Все во Вселенной испускает вибрации. Чем сильнее вибрация, тем больше власти она имеет. Эмоции также, потому что они энергия, испускают вибрации. Эти эмоциональные колебания влияют на энергетические поля тела и вызывают эффекты, которые можно увидеть, почувствовать и измерить. Съемка с использованием эффекта Кирлиан, например, сделанная доктором Тельмой-Мосс, показывает быстрые колебания цвета и размера энергетического поля при изменении эмоций. Энергетическое поле, традиционно называемое аурой, могут заметить люди, которые от рождения или путем практики получили способность видеть колебания такой частоты. Аура изменяет цвет и размер в соответствии с эмоциями. Тестирование мышц также демонстрирует энергетические изменения, которые сопровождают эмоции, поскольку мышцы нашего тела немедленно отвечают на положительные и отрицательные эмоциональные стимулы. Таким образом, наши основные эмоциональные состояния транслируют себя во Вселенную. Разум не имеет объемов или размера и не ограничен в пространстве. Поэтому он передает свое основное состояние через вибрационную энергию на неограниченное расстояние. Это означает, что мы постоянно и непреднамеренно оказываем влияние на других своим эмоциональным состоянием и мыслями. Эмоциональные структуры и связанные с ними формы мысли, например,
могут быть сознательно уловлены и восприняты экстрасенсами на большом расстоянии. Это может быть продемонстрировано экспериментально, и научные основания этой темы были предметом большого интереса в передовой квантовой физике. Поскольку эмоции испускают вибрационное энергетическое поле, они затрагивают и обуславливают людей, которые находятся в наших жизнях. Жизненные события становятся под влияние наших подавляемых и вытесненных эмоций на психическом духовном уровне. Таким образом, гнев привлекает гневные мысли. Основное правило духовной вселенной состоит в том, что подобное привлекает подобное. Точно так же любовь способствует любви. Так что человек, который отпустил большое количество внутреннего негатива, окружен мыслями любви, событиями любви, любящими людьми и любящими домашними животными. Это явление объясняет много библейских цитат и высказываний, которые озадачивают интеллект, такие как «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет, и те, кто имеет, получат». Как правило, поэтому люди, которые несут сознание апатии, приносят обстоятельства бедности в своей жизни, а те, что живут сознанием процветания, приносят в своей жизни изобилие. Поскольку все живые существа связаны на вибрационных энергетических уровнях, наше основное эмоциональное состояние воспринимается всеми формами жизни вокруг нас и оказывает на них влияние. Известно, что животные могут немедленно прочитать основное эмоциональное состояние человека. Есть эксперименты, демонстрирующие, что человеческими эмоциями может быть затронут даже рост бактерий, и что у растений регистрируют измеримые реакции на наше эмоциональное состояние. Механизм отпускания. Практика отпускания включает в себя осознание чувства, разрешение ему приблизиться, остаться с ним и позволить ему двигаться своим курсом, не желая его изменить или что-либо с этим сделать. Это означает просто позволять чувству быть и сосредоточиться на освобождении содержащейся в нем энергии. Первый шаг заключается в том, чтобы позволить себе переживать это чувство. Чувствовать, не сопротивляясь чувству, не выражая его, не боясь его, не осуждая его или морализируя по его поводу. Это означает отбросить суждение о нем и увидеть, что это просто чувство. Техника заключается в том, чтобы быть с чувством и оставить все усилия изменить его каким-либо образом. Отпустить желание сопротивляться чувству. Именно сопротивление поддерживает силу чувства. Когда вы прекратите сопротивляться или пытаться изменить чувство, оно перейдет к своему следующему состоянию и будет сопровождаться более светлым ощущением. Чувство, которому они сопротивляются, исчезнет, поскольку его энергия рассеивается. Как только вы начнете процесс, вы заметите, что у вас есть страх и вина за то, что у вас просто есть чувство. Будет сопротивление чувствам в целом. Чтобы позволить чувствам всплыть на поверхность, легче будет сначала отпустить реакции на наличие этих чувств. Страх перед самим страхом – главный пример этих реакций. Сначала отпустите страх или вину по поводу того, что вы испытываете чувство, а затем погружайтесь в само чувство. В процессе отпускания игнорируйте все мысли. Сфокусируйтесь на самом чувстве, не на мыслях. Мыслям нет конца, и они сами подкрепляют себя, только порождая все больше мыслей. Мысли – просто рационализация ума, чтобы попытаться объяснить наличие чувств. Настоящая причина для чувства – аккумулированное давление, стоящее за чувством, которое вынуждает его проявляться в данный момент. Мысли или внешние события – только оправдание, составленное умом. Как только мы станем лучше знакомы с техникой отпускания, мы будем замечать, что все отрицательные чувства имеют связь с нашим базовым чувством страха, связанным с выживанием, и что все чувства – просто программа выживания, которую разум считает необходимыми.
Техника отпускания постепенно отменяет эти программы. Посредством этого процесса лежащая в основе чувств причина становится более очевидной. Быть в состоянии отпускания означает не иметь никаких сильных эмоций по поводу вещей и явлений. Нормально, если это происходит, и нормально, если нет. Когда мы свободны, мы отпускаем привязанности. Мы можем наслаждаться вещью, но она не нужна нам для нашего счастья. Происходит постепенное уменьшение зависимости от чего-либо или кого-либо за пределами нас. Эти принципы соответствуют основному учению Будды – избегать привязанности к мирским явлениям, а также основному требованию Иисуса Христа – быть в мире, но не быть Его. Иногда мы отпускаем чувство и замечаем, что оно возвращается или продолжается. Это вызвано тем, что оно содержит что-то еще, что надо отпустить. Мы наполнили эти чувства всей нашей жизнью, и там может быть много подавленной энергии, которая должна выйти и быть отпущенной. Когда отпускание происходит, немедленно возникает более легкое, более счастливое чувство, похожее на парение в воздухе. Непрерывно отпуская, мы имеем возможность оставаться в этом состоянии свободы. Чувства приходят и уходят, и рано или поздно вы понимаете, что вы – это не ваши чувства, но что ваше реальное «я» – просто свидетель ваших чувств. Вы прекращаете отождествляться с ними. «Я», которое наблюдает и осознает происходящее, всегда остается одним и тем же. Поскольку вы все больше знаете о неизменном свидетеле внутри, вы начинаете отождествляться с этим новым уровнем сознания. Вы понемногу становитесь прежде всего свидетелем, а не переживателем явлений. Вы становитесь ближе и ближе к реальному себе и начинаете видеть, что вы были обмануты чувствами все это время. Вы думали, что были жертвой своих чувств. Теперь вы видите, что они не являются правдой о вас. Они просто созданы эго, этим собирателем программ, которые по ошибке приняты умом как необходимые для выживания. Результаты практики отпускания обманчиво быстрые и трудноуловимые, но эффекты очень мощные. Часто мы отпустили, но думаем, что нет. Осознать изменения в таком случае помогут нам наши друзья. Одна причина этого явления состоит в том, что когда что-то полностью отпущено, оно исчезает из сознания. Так как мы теперь никогда не думаем об этом, мы не понимаем, что оно исчезло. Это общее явление среди людей, осознанность которых растет. Мы не осознаем весь ссор, который мы вынесли из избы. Мы всегда смотрим на полный совок, с которым мы взаимодействуем прямо сейчас. Мы не понимаем, насколько уменьшилась куча. Часто наши друзья и семья – первые, кто замечает изменения. Чтобы отслеживать прогресс, многие люди используют список своих достижений, изменений. Это помогает преодолеть сопротивление, которое обычно принимает форму «это не работает». Такое часто происходит с людьми, которые достигли серьезных изменений и затем стали утверждать, что это просто не работает. Мы должны иногда напоминать себе, на что мы были похожи, прежде чем начали этот процесс. Сопротивление практике отпускания. Отпускание отрицательных чувств – это освобождение от эго, которое будет сопротивляться на каждом шагу. Это может привести к скептицизму по отношению к практике, забыванию отпускать, внезапному повышению уровня избегания, бегству от действительности или желанию дать выход чувствам, выражая и отреагируя их. Решение состоит в том, чтобы просто продолжить отпускать чувства, которые вы имеете обо всем этом процессе. Позвольте сопротивлению присутствовать в вас, но не сопротивляйтесь сопротивлению. Вы свободны, вы не должны отпускать. Никто не заставляет вас заниматься этим. Посмотрите на страх, что стоит за сопротивлением. Чего конкретно вы боитесь в этом процессе? Вы желаете отпустить это? Продолжайте отпускать каждый страх, как только он возникает, и сопротивление растворится. Давайте не будем забывать, что мы отпускаем программы,
которые делали нас рабами и жертвами в течение долгого времени. Эти программы сделали нас слепыми к правде о нашей реальной личности. Эго теряет свои позиции и пробует уловки и блеф. Как только мы начинаем отпускать, его дни сочтены, и его власть ослабляется. Одна из его уловок – перестать осознавать ценность техники. Например, внезапно решить, что практика отпускания не работает, все осталось по-прежнему, что эта техника только сбивает с толку, и она слишком трудная, чтобы о ней помнить и заниматься ей. И это признак реального прогресса. Это означает, что эго знает, что у нас есть нож, которым мы освобождаемся от его пут, и оно теряет позиции. Эго нам не друг. Его можно сравнить с суперпрограммой «Мастер-контроль» из фильма «Трон», которая хочет сохранять нас порабощенными с помощью своих программ управления. Отпускание является нашей врожденной способностью. Это не что-то новое или иностранное. Это не эзотерическое учение или чьи-либо идеи или система взглядов. Мы просто используем нашу собственную внутреннюю природу, чтобы стать более свободными и более счастливыми. Когда отпускаешь, не полезно думать о технике. Лучше просто только делать это. В конечном счете вы увидите, что все мысли – сопротивление. Они все образы, которые создал ум, чтобы помешать нам переживать то, что происходит на самом деле. Практикуя отпускание некоторое время и начав переживать то, что действительно происходит, мы будем смеяться над нашими мыслями. Мысли – фальшивки, абсурдные выдумки, которые затеняют правду. Мы можем бесконечно обдумывать свои мысли и однажды обнаружим, что мы на том же месте, с которого начали. Мысли похожи на золотую рыбку в аквариуме. Реальное «я» – это вода в этом аквариуме. Реальным «я» является пространство между мыслями, или более точно, область тихой осознанности позади всех мыслей. У нас у всех есть такой опыт, когда мы были полностью поглощены каким-то занятием и едва замечали течение времени. Ум был очень тих, и мы просто делали то, что мы делали, без сопротивления или усилий. Мы чувствовали себя счастливыми, возможно, что-то напевали себе под нос. Мы работали без напряжения. Мы были очень расслаблены, хотя и заняты. Мы внезапно поняли, что нам, в конце концов, никогда не были нужны все те мысли. Мысли похожи на приманку для рыбы. Если мы кусаем ее, мы пойманы. Лучше не кусать мысли. Нам они не нужны. Внутри нас, но вне сознания, содержится такая правда, что я уже все знаю, что я должен знать. И это происходит автоматически. Как это ни парадоксально, сопротивление отпусканию возникает по причине эффективности техники. И вот что происходит. Мы продолжаем отпускать, когда жизнь идет не слишком хорошо, и нас окружают неприятные эмоции. А когда мы, наконец, отпускаем и находим выход из всего этого, и все хорошо, тогда мы прекращаем отпускать. И это ошибка, так как хотя мы можем себя чувствовать хорошо, но далее этого хорошо может быть гораздо больше. Воспользуйтесь преимуществом, которое дает вам импульс отпускания для достижения более высоких состояний. Продолжайте идти этой дорогой, потому что все будет становиться лучше и лучше. Отпускание набирает определенную инерцию. Легко удерживать это движение, когда оно уже начато. Чем прекраснее мы себя чувствуем, тем легче отпускать. Это хорошее время, чтобы нырнуть поглубже вниз и отпустить некоторые вещи, подавленный и вытесненный мусор, которыми мы не хотели бы заниматься, если бы мы были в состоянии хандры или тоски. Всегда есть чувства, которые можно впустить и отпустить. Когда мы чувствуем себя хорошо, эмоции просто более тонкие. Иногда вы будете чувствовать, что застряли на каком-то конкретном чувстве. Просто сдайтесь чувству застревания. Просто позвольте ему быть там и не сопротивляйтесь ему. Если оно не исчезает, посмотрите, можете ли вы отпустить чувство по частям. Другое препятствие, которое может возникнуть, это страх, что если мы отпустим желание чего-то, мы не получим того, что желали. Часто бывает полезно посмотреть на некоторые расхожие мнения и отпустить их в самом начале,
такие мнения, как «мы заслуживаем вещей, полученных только посредством тяжелой работы, борьбы, самопожертвования и усилий. Страдание выгодно и хорошо для нас, мы ничего не получаем просто так. Простые вещи не стоят многого». Отпускание некоторых из этих психологических препятствий к использованию самой техники позволит получить удовольствие от ее легкости и непринужденности. Глава 3. Анатомия эмоций. Существует множество сложных психологических теорий о человеческих эмоциях. Часто они содержат значительный объем символизма и отсылок к мифологии, а также основаны на гипотезах, по поводу которых ведутся горячие дискуссии. В результате этого образовалось много школ психотерапии с различными целями и методами. Простота – это один из признаков истины. И поэтому мы опишем простую, рабочую, доступную для проверки карту эмоций, которая может быть проверена как на субъективном опыте, так и путем объективного исследования. Цель выживания. Какое бы психологическое направление мы ни изучали, все они показывают, что важнейшая человеческая цель, превосходящая все остальные, это выживание. Каждое человеческое желание направлено на обеспечение собственного выживания, а также выживание общностей, с которыми он себя отождествляет, семьи, любимых людей, страны. Больше всего люди боятся лишиться возможности к восприятию жизни. В связи с этим люди заинтересованы в выживании тела, потому что верят, что тело – это и есть они сами. А следовательно, они нуждаются именно в теле, чтобы проживать опыт своего существования. Люди видят себя отделенными друг от друга и наделенными ограниченными возможностями. В связи с этим они испытывают стресс из-за чувства своей неполноценности. Среди людей распространен поиск средств удовлетворения своих нужд извне. Это приводит их к ощущению собственной уязвимости, потому что внутри они не чувствуют себя целостными. Следовательно, ум – это механизм выживания, и его метод, главным образом, – это использование эмоций. Мысли порождаются эмоциями, и в конечном счете эмоции становятся кратким выражением мыслей. Тысячи и даже миллионы мыслей можно заменить всего лишь одной эмоцией. Эмоции более фундаментальны и просты, нежели ментальные процессы. Мышление – инструмент, который использует ум, чтобы добраться до эмоций. Если за дело берется ум, то лежащая в основе проблемы эмоция обычно не осознается или, по крайней мере, находится за пределами понимания. Когда лежащая в основе эмоция забывается или игнорируется и не проживается, то люди не осознают причины своих поступков и сами придумывают всевозможные причины. На самом деле, часто они сами не знают, почему они делают то, что делают. Есть простой способ, чтобы начать осознавать эмоциональную цель, лежащую в основе любого действия. Просто задать вопрос «Для чего?». Необходимо спрашивать себя «Для чего?» снова и снова, до тех пор, пока базисное чувство не будет раскрыто. Приведем пример. Мужчине захотелось иметь кадиллак. Его ум приводит всевозможные логические причины, почему ему нужен кадиллак. Но логика в действительности не может этого объяснить. И он задает себе вопрос «Для чего мне кадиллак?». «Что ж», — говорит он, — «для того, чтобы обрести статус, признание, уважение и статус успешного добропорядочного гражданина». И снова, для чего мне нужен статус? Для уважения и признания со стороны других, может сказать он, и быть уверенным в этом уважении. Снова, для чего мне нужно уважение и признание?
чтобы чувствовать безопасность. Для чего мне нужна безопасность? Чтобы чувствовать себя счастливым. Если повторять вопрос «для чего?», то можно открыть, что на самом деле им руководят чувства незащищенности, неудовлетворенности и отсутствие счастья. Любое действие или желание покажет, что основная цель – достигнуть какого-то определенного чувства. Не существует других целей, кроме как преодолеть страх и стать счастливым. Эмоции, связанные с тем, что, по нашему представлению, обеспечит наше выживание, а далеко не с тем, что конкретно мы желаем. Сами по себе эмоции появляются из-за обычного страха, который заставляет нас всех постоянно находиться в поиске безопасности. Для ясности и простоты мы будем пользоваться шкалой эмоций, которые соответствуют уровням сознания. Тщательная презентация уровней сознания, их научной основы и практических применений отражена в труде «Сила ВС насилия. Скрытые мотивы человеческого поведения». Вкратце, все вокруг выделяет энергию, позитивную или негативную. Интуитивно мы знаем различия между позитивным человеком, дружелюбный, искренний, деликатный, и негативным человеком, жадный, лживый, озлобленный. Энергия матери Терезы, безусловно, отличалась от энергии Адольфа Гитлера. А энергия большинства людей находится где-то между ними. Музыка, объекты, книги, животные, намерения и вся жизнь излучают энергию, которая может быть откалибрована по определенной шкале, исходя из ее сущности и степени истинности. Подобное притягивается к подобному. Различные энергии объединяются в точке притяжения или уровне сознания. Карта уровней сознания – предоставляет прямой и быстрый обзор этой нелинейной энергетической области. Каждый уровень сознания или точки притяжения калибруется по логарифмической шкале энергетической силы и ранжируется от 1 до 1000. Уровень полного просветления 1000, находящийся на самом верху карты, отображает наивысший уровень, которого можно достичь в человеческом мире. Такой энергией были наделены Иисус Христос, Будда, Кришна. Уровень стыда, 20, в самом низу карты, отображает существование на грани смерти, голое выживание. Уровень храбрости, 200. Критическая точка, которая отмечает переход энергии из негативной в позитивную. Это энергия целостности, правдивости, расширение возможностей и обретение сил, чтобы справляться с трудностями. Уровни сознания, находящиеся под уровнем храбрости, разрушительны, в то время как те, что над ним, обеспечивают жизнеспособность. Простой мышечный тест показывает, что негативное влияние ниже 200 мгновенно ослабляет мышцы, а позитивное влияние выше 200 мгновенно их укрепляет. Истинная сила усиливает, а насилие ослабляет. Когда человек находится выше уровня храбрости, другие люди тянутся к нему, потому что он дает им энергию и силу, и потому что у него добрые намерения. Если человек находится ниже уровня храбрости, то его избегают, потому что он забирает энергию других, совершает насилие и хочет использовать их в своих материальных или эмоциональных целях. Здесь мы описываем основную шкалу, начиная с более высоких энергий и заканчивая самыми низкими. Покой, гармония, 600. Нахождение на этом уровне переживается как совершенство, блаженство, легкость и единство. Это состояние недвойственности, находящееся за пределами отделенности и интеллекта. Это словно гармония, превосходящее любое понимание.
она описывается как озарение или просветление. Подобное редко встречается в человеческом мире. Радость, 540. Это безусловная любовь, которая не меняется вне зависимости от обстоятельств и действий других людей. Мир излучает исключительную красоту, которая отражается во всем. Совершенство создания очевидно само по себе. Есть близость к единству и познанию собственного высшего «Я». Появляется сострадание ко всем живым существам, невероятное терпение, чувство сонастроенности с окружающими и забота об их счастье. Преобладает чувство самозавершенности и самодостаточности. Любовь, 500. Образ жизни, в котором преобладает прощение, забота и поддержка. Это идет не из ума, а скорее из сердца. На уровне любви внимание уделяется сущности происходящего, а не деталям. Она имеет дело с целым, а не с частностями. На уровне любви восприятие заменяется видением. Отсутствуют точки зрения. И все сущее имеет внутреннюю ценность и привлекательность. Интеллект, 400. Это фактор, отделяющий человека от мира животных. На этом уровне появляется способность воспринимать вещи абстрактно, осмысливать, быть объективным, принимать быстрые и правильные решения. Интеллект представляет невероятную ценность в решении проблем. Наука, философия, медицина и логика – отражение этого уровня. Принятие, 350. Это легкая энергия, непринужденная, гармоничная, гибкая, всесторонняя и свободная от внутреннего сопротивления. Жизнь прекрасна. Ты и я прекрасны. Я чувствую сонастроенность. На этом уровне мы принимаем жизнь и живем по ее правилам. Здесь отпадает необходимость обвинять других или саму жизнь. Готовность. 310. Энергия этого уровня способствует выживанию благодаря позитивному настрою, который принимает все проявления жизни. Это дружелюбный, отзывчивый, готовый, ищущий способы помочь настрой. Нейтралитет, 250. Это образ жизни, который удобен, прагматичен и относительно свободен от проявления эмоций. Что бы ни было, все хорошо. Он свободен от принятия жестких позиций, оценочных суждений и соперничества. Храбрость, 200. Эта энергия говорит «я могу это сделать». Она полна решимости, восторга от жизни, эффективна, независима и способствует самосовершенствованию. На уровне храбрости возможны эффективные действия. Гордыня, 175. «Мой путь самый лучший», — говорит этот уровень. Он фокусируется на достижениях, желании признания, своей уникальности и перфекционизме. На этом уровне человек чувствует себя лучше и выше других. Гнев, 150. Эта энергия пытается справиться с источником страха посредством насилия, угроз и атак. Человек, находящийся на уровне гнева, раздражителен, вспыльчив, неуравновешен, озлоблен, и жизнь его полна горечи. На уровне гнева человек способен на месть. Я еще покажу тебе. Страсть, 125. Человек на этом уровне постоянно ищет наживы, добычи, удовольствия и концентрируется на владении внешними благами. Он жадный, никогда не удовлетворен и постоянно страстно чего-либо желает. Я должен это заполучить. Дай мне то, что я хочу. Прямо сейчас. Страх. 100. Человек, находящийся на уровне этих энергетических вибраций, видит во всем опасность. Он замкнутый, занимает оборонительную позицию, обеспокоен безопасностью, имеет чувство собственничества по отношению к другим людям –
ревнивой, беспокойной и настороженной. Грусть, 75. На этом уровне у человека наблюдается чувство беспомощности, отчаяния, потери, сожаления и постоянные мысли «если бы только у меня было». Все это сопровождается отстраненностью, депрессией, печалью. Человек ощущает себя неудачником, его одолевают печальные мысли, он не хочет так жить дальше. Апатия, 50. Энергия человека на этом уровне характеризуется беспомощностью, полумертвым состоянием. Он обуза для окружающих, не способен к проявлению себя. Распространены высказывания: «Я не могу, да и кому есть до этого дело?» Среди представителей этого уровня распространена бедность. Вина, 30. На этом уровне человеку свойственно желание наказывать и самому быть наказанным. Это приводит к неприятию себя, мазохизму, угрызениям совести, самосаботажу и чувству «я плохой». Это все моя вина. У человека этого уровня есть склонность попадать в неприятности, склонность к суицидному поведению. Из-за ненависти к себе распространено проецирование ненависти на злых окружающих. Вина является основой многих психосоматических заболеваний. Стыд, 20. Этот уровень характеризуется унижением. Покрой голову пеплом. Традиционно унижение сопровождается изгнанием. Уровень стыда разрушителен для здоровья и приводит к жестокости по отношению к себе и другим. В общих словах можно сказать, что уровни в нижней части шкалы ассоциируются с низкой частотой вибраций, низким уровнем энергии и силы, более скудными жизненными обстоятельствами, худшими отношениями, недостатком изобилия, недостатком любви, более плохим состоянием психического и эмоционального здоровья. Из-за низкого уровня энергии подобные люди выкачивают из нас энергию на всех уровнях. Они хотят, чтобы их избегали, но в итоге сами попадают в окружение людей, пребывающих на том же уровне, например, в тюрьме. Когда мы отпускаем негативные эмоции, мы существенно перемещаемся по шкале к уровню храбрости и выше. При этом увеличивается наша эффективность, приходит успех, и жизнь начинает с легкостью наполняться изобилием. Мы пытаемся окружить себя подобными людьми. Мы говорим, что они возвышены. Они отдают свою жизненную энергию на благо всех живых существ. К ним тянутся животные. Подобные люди являются защитниками природы и положительным образом влияют на жизни всех окружающих. На уровне храбрости еще не все негативные эмоции исчезли. Но у человека уже появляется достаточное количество энергии, чтобы взять их под контроль, потому что он заново овладевает своими энергетическими ресурсами и приходит к самодостаточности. Самый быстрый путь вверх по шкале – это говорить правду себе и окружающим. Также энергетические уровни, как правило, ассоциируются с энергетическими центрами в теле, которые иногда называют чакрами. Чакры – это энергетические центры, по которым, как говорят, поднимается энергия кундалини, после того, как она пробуждается на уровне храбрости, 200. Энергетические центры чакры можно измерить различными клиническими методами и чувствительными электронными приборами. На карте сознания определяются следующие чакры. Коронная чакра – 600, третий класс – 525, горловая чакра – 350, сердечная чакра – 505, солнечное сплетение – 275, сакральная чакра или селезенка – 275, основная или корневая чакра – 200. Когда мы освобождаемся от негативных чувств, энергия в наших более высоких чакрах возрастает. Например, раньше вас могли описывать как человека, могущего проявлять недоброжелательность, вторая чакра, а теперь причисляют к сердечным людям, пятая чакра. Энергетическая система напрямую влияет на физическое тело. Энергия в каждой чакре течет по каналам, называющимися меридианами.
и она расходится по всему энергетическому телу, которое является как бы световой копией нашего физического тела. Каждый меридиан связан с определенным органом, а каждый орган связан с определенной эмоцией. Негативные эмоции приводят в дисбаланс энергию связанных с ней акупунктурных меридианов и органов. Например, депрессия, отчаяние и меланхолия связаны с меридианом печени. Поэтому эти эмоции препятствуют правильному функционированию печени. Каждая негативная эмоция приводит в дисбаланс какой-то из органов тела. И спустя годы этот орган заболевает и перестает нормально функционировать. Чем хуже наше эмоциональное состояние, тем более отрицательно мы воздействуем на собственную жизнь, а также на жизнь окружающих. Чем выше эмоциональный уровень нашего развития, тем положительнее наша жизнь развивается на всех уровнях, и мы оказываем положительное влияние на всю жизнь вокруг нас. Как только мы начинаем признавать и отпускать свои негативные эмоции, становясь свободнее и перемещаясь вверх по шкале, в конце концов, мы начинаем испытывать преимущественно положительные чувства. Все эмоции низших уровней ограничивают нас и затуманивают нам глаза на реальность нашего истинного «я». А когда мы отпускаем их и перемещаемся вверх по шкале, приближаясь кверху, в нашу жизнь приходит новый опыт. На самом верху шкалы мы начинаем осознавать природу нашего собственного «я» и достигаем различных уровней озарения. И что важнее всего, когда мы все больше и больше поднимаемся и становимся свободнее, более просвещенными в духовном плане, уровень нашей осознанности растет, а вместе с ним пробуждается интуиция. Это явление обычно происходит со всеми, кто отпускает свои негативные эмоции. Такие люди становятся все более и более осознанными. То, что невозможно увидеть или прочувствовать на низких уровнях сознания, становится невероятно очевидным на высших уровнях. Понимание эмоций. Согласно научным открытиям, все мысли хранятся в банке нашей памяти в специальной файловой системе, в основе которой лежат ассоциируемые с мыслями эмоции. В этой системе существует тонкая градация. Мысли хранятся согласно характеру, тону эмоций, а не фактов. Следовательно, существует научное основание для изучения того факта, что самосознание возрастает намного быстрее, когда наблюдаешь именно за эмоциями, а не за мыслями. Мысли, связанные всего лишь с одной эмоцией, могут исчисляться тысячами. Понимание, лежащее в основе эмоции, и ее правильная проработка – принесет намного больше пользы и потратит меньше времени, чем работа с мыслями. Поначалу, если человек совсем не знаком с темой чувств, то чаще всего рекомендуется просто наблюдать их без какого-либо намерения что-то с ними сделать. Таким путем появится некоторое прояснение о связи между мыслями и эмоциями. После этого приходит еще больше понимания. Вы начинаете экспериментировать. Например, некоторые мысли, имеющие свойство возвращаться, можно рассмотреть более пристально и установить эмоцию, которая возникает при появлении этих мыслей. С этой эмоцией можно работать. Для начала нужно принять факт, что эмоция присутствует, не осуждая или сопротивляясь ей, а просто позволяя ей быть. Это напрямую запустит механизм опустошения ее энергии. И он продолжится до тех пор, пока вся энергия не уйдет. После, при рассмотрении возникающих мыслей, можно будет отметить, что их характер изменился. Если полностью принять и отпустить эмоцию, то обычно мысли, связанные с этой эмоцией, полностью исчезают и заменяются конечной мыслью, которая быстро решает проблему. Например, был случай, когда один мужчина незадолго до поездки за границу потерял свой паспорт. Чем ближе была дата вылета, тем больше и больше нарастала внутренняя паника. Его ум неистово метался, пытаясь понять, куда же он мог положить паспорт. Он искал везде. Он тщетно напрягал свою память. Он ругал себя.
Как я мог так заглупить и потерять свой паспорт? Сейчас даже нет времени на то, чтобы получить новый. А когда роковой день настал, мужчина находился в безвыходном положении. Нет паспорта, нет путешествия. То, что он пропустил бы поездку, породило бы негативные последствия, потому что это была и деловая поездка, и отдых. И все это создало бы очень трудную ситуацию. И, наконец, он вспомнил о технике отпускания эмоций. Он спросил себя, какую главную эмоцию я игнорирую? К его удивлению, главной эмоцией оказалась печаль. Печаль была связана с нежеланием расставаться с горячо любимым человеком. Помимо этого, присутствовал страх потерять отношения или ослабить их из-за его отсутствия. Когда он отпустил печали, связанные с ней страх, он, наконец, смирился с ситуацией. Он даже пришел к выводу, что если отношения не могут выдержать двухнедельного перерыва, то стоит ли их вообще продолжать? На самом деле тут даже было нечем рисковать. Как только он пришел к пониманию ситуации и успокоился, он сразу же вспомнил, где находится паспорт. На самом деле паспорт лежал в таком очевидном месте, что только блок в подсознании мог быть причиной того, что он не смог его найти. Само собой разумеется, что тысячи мыслей о пропавшем паспорте, несостоявшейся поездке и возможных последствиях мгновенно исчезли. А расстройство ушло, и его эмоциональное состояние трансформировалось в благодарность и счастье. Отпускание эмоций может очень пригодиться в повседневной жизни, а при жизненных кризисах эта техника крайне важна, чтобы облегчить или предотвратить большое количество страданий. Обычно во время жизненного кризиса эмоции льются через край. Кризис проникает в то самое место, где спрятаны наши подавленные и вытесненные эмоции. В этой ситуации нужно работать не с определением эмоций, а с тем, как справиться с наплывом эмоций. Управление эмоциональным кризисом. Это очень сложная проблема для многих людей, поэтому остановимся на ней подробнее. Существует несколько техник, помогающих преодолевать эмоциональные кризисы гораздо быстрее и эффективнее, чем просто ждать, когда они пройдут сами собой. Вспомните обычные техники, которыми сознательно пользуется ум, чтобы справиться с эмоциями. Это подавление или вытеснение, выражение и избегание. Если они используются без сознательного намерения, то могут только навредить. Когда вас переполняют эмоции, лучше всего выпустить их, но сделать это сознательно. Цель этого маневра – сократить объем переполняющего вас эмоции, чтобы ее можно было разобрать и отпустить по маленьким частям. Очень хорошо, если получится сознательно вытолкнуть на поверхность как можно больше частей этой эмоции, насколько это возможно в конкретный момент. Глубина эмоции может сократиться, если начать делиться своими чувствами с близкими друзьями или наставниками. Когда вы просто выражаете свои чувства, энергия, стоящая за ними, начинает сокращаться. В таких ситуациях также можно сознательно воспользоваться техниками избегания, например, переместиться из дома в социальную среду и тем самым немного дистанцироваться от грусти. Поиграть с собакой, посмотреть телевизор, сходить в кино, послушать музыку, заняться любовью или что угодно, что обычно делает человек при подобных обстоятельствах. Когда эмоции сокращаются по объему и глубине, лучше всего начать мало-помалу отпускать отдельные части ситуации, но не всю ситуацию сразу и сопровождающую эмоцию. Чтобы проиллюстрировать этот вопрос подробнее, рассмотрим пример. Мужчина теряет свою работу спустя много лет службы в компании, и теперь он пребывает в переполняющем его состоянии отчаяния. Благодаря трем методам, описанным выше, какая-то часть эмоций может быть ослаблена. Ему нужно начать рассматривать незначительные детали, касающиеся работы. Например,
Может ли он отпустить желание обедать с коллегами в одном и том же месте, как раньше? Может ли он отпустить желание парковать машину на привычном месте? Может ли он отпустить желание подниматься на одном и том же лифте? Может ли он смириться с тем, что больше не будет сидеть за своим рабочим столом? Может ли он смириться с тем, что больше не будет работать с той дружелюбной секретаршей? Может ли он преодолеть привязанность к своему рабочему компьютеру? Может ли он смириться с тем, что больше не будет каждый день видеть своего прежнего начальника? Может ли он смириться с тем, что больше не услышит тот привычный офисный шум? Цель работы с незначительными аспектами, сопровождающими потерю работы, даже если они могут показаться поверхностными, заключается в том, чтобы перевести ум в режим отпускания. Режим отпускания поднимает нас на уровень храбрости. Негативные чувства, принятые и проработаны, следовательно, они потеряли свой источник питания. Внезапно появляется осознание, что у нас есть храбрость встретиться лицом к лицу с ситуацией, осмыслить наши эмоции и что-нибудь с ними сделать. Любопытно, что когда проработаны незначительные аспекты ситуации, тогда и сама главная проблема становится все менее и менее угнетающей. Причиной этому является то, что, прорабатывая и отпуская одну эмоцию, мы одновременно отпускаем все эмоции. Словно одна и та же энергия лежит в основе всех наших эмоций. И чтобы отпустить все эмоции, нужно начать с тех, что лежат на поверхности. Тогда запустится механизм полного отпускания. Это вопрос практического опыта. Нужно попробовать лично, чтобы проверить. После использования четырех методов, описанных выше, подавление, выражение, избегание, отпускание незначительных аспектов, пятый метод становится очевидным. Каждая сильная эмоция представляет собой смесь второстепенных эмоций, и весь этот эмоциональный комплекс можно разобрать. Таким образом, например, человек, который потерял свою работу, на начальном этапе чувствует переполняющее его отчаяние. Но как только он начинает отпускать незначительные аспекты и уменьшает переполняющие его чувства посредством осознанного избегания, подавления или выражения, он начинает понимать, что помимо отчаяния также присутствует гнев. Он видит, что гнев возникает из-за гордыни. Сильный гнев выражается в форме обиды. Появляется гнев по отношению к себе, непризнание себя. Также присутствует существенная доля страха. Следовательно, теперь можно напрямую обратиться ко всем этим эмоциям. Например, человек может начать отпускать страх того, что не сможет найти другую работу. Когда он признает и отпустит этот страх, все существующие альтернативные возможности внезапно станут очевидными. Когда он отпустит гордыню, он увидит, что никакой экономической катастрофы, как он раньше считал, не произошло. Таким образом, когда эмоциональный комплекс разобран на составляющие его части, все эти части по отдельности начинают обладать меньшим количеством энергии. Их можно проработать и отпустить индивидуально. Когда мы освобождаемся от переполняющих эмоций, мы запоминаем, что определенная их часть – была намеренно подавлена или избегалась. Теперь можно пересмотреть каждую отдельную эмоцию, чтобы она больше не причиняла повторного вреда, не приводила к горечи, неосознанной вине или низкой самооценке. Некоторые фрагменты эмоционального комплекса могут возвращаться в течение какого-то времени, даже нескольких лет. Однако теперь они представляют собой лишь маленькие части, и с ними легче справиться, как только они появляются заново. По крайней мере, кризисную ситуацию можно преодолеть осознанно и безболезненно. Если справляться с кризисом, работая на эмоциональном уровне, а не на интеллектуальном, то это существенно сокращает его продолжительность. В случае потери работы, преодоление кризиса на интеллектуальном уровне породит тысячи мыслей и гипотетических сценариев.
Человек будет страдать от бессонницы из-за непрекращающихся мыслей о проблеме, потому что ум будет анализировать их снова и снова. Все это бесполезно. До тех пор, пока лежащая в основе эмоция не проработана и не отпущена, мысли постоянно будут возвращаться. Мы слышали о людях, переживших эмоциональный кризис много лет назад и не восстановившихся до сих пор. Кризис прочно проник в их жизнь, и они заплатили высокую цену за отсутствие знаний о том, как справляться с лежащими в основе проблемы эмоциями. Успешное преодоление жизненного кризиса приносит множество преимуществ. Во-первых, количество подавленных или сдерживаемых эмоций значительно сокращается. Кризис вытолкнул их на поверхность, и после проработки они исчезли. А то количество, что осталось храниться, теперь значительно меньше. Появляется великолепное чувство самоутверждения и уверенности в себе. Ведь теперь есть осознание, что можно пережить и справиться со всем, что подкинет жизнь. В целом сокращается страх жизни. Появляется чувство от того, что владеешь своей жизнью. Большое сопереживание к тем, кто испытывает страдания, и способность помочь им в подобных обстоятельствах. Парадоксально, но после жизненного кризиса часто наступает период неопределенной по продолжительности тишины и покоя. Иногда это состояние достигает уровня мистического опыта. Темная ночь души часто предшествует достижению состояний повышенной осознанности. Один из самых лучших примеров этого парадокса описан людьми, которые пережили опыт клинической смерти. Сейчас существует много книг на подобную тему. Когда самый ужасный из возможных страхов, ужас и шок смерти уже пережит, то он заменяется чувством абсолютной ясности, спокойствия, единства и свободы от страха. Многие из людей, переживших клиническую смерть, развивают экстраординарные способности, становятся целителями, достигают телепатических способностей и продвинутого состояния духовного озарения. Они испытывают значительные скачки в развитии и внезапное появление новых талантов и возможностей. Таким образом, каждый жизненный кризис несет в себе семена перемен, обновления, развития, продвижения в состоянии осознанности, а также приводит к отпусканию старого и рождению нового. Исцеление прошлого. Если мы посмотрим на свою жизнь, мы увидим остатки наших прошлых жизненных кризисов, которые до сих пор не разрешены. Мысли и эмоции, связанные с произошедшими событиями, имеют тенденцию возникать и влиять на наше восприятие. Мы замечаем, что они парализовали нас в определенных жизненных аспектах. На этой стадии уместно спросить себя, стоит ли продолжать платить эту цену. Сейчас мы знаем методы, с помощью которых можно справиться с этими остатками эмоций, так чтобы они вышли на поверхность и исчезли. Остатки эмоций можно проработать и отпустить, чтобы начался процесс исцеления. Это приводит нас к другой технике эмоционального исцеления, которая обретает силу, когда главная проблема уходит. Смысл техники заключается в том, чтобы поместить произошедшие события в другой контекст, посмотреть под другим углом и переместить их в другую парадигму с другой важностью и значением. Известно, что многие люди проводят жизнь, сожалея о прошлом и опасаясь будущего. А следовательно, они не могут почувствовать радость от настоящего момента. Многие считают, что это и есть наша человеческая судьба, наша доля. И лучшее, что мы можем сделать, это стойко переносить страдания. Философы иногда извлекают выгоды из этого негативистского и пессимистического подхода и развивают целые теоретические системы нигилизма. Эти философы, некоторые из которых прославились за последние годы, очевидно стали жертвами болезненных эмоций, с которыми они не могли справиться, и которые запустили механизм бесконечной интеллектуализации и производства нескончаемых мыслей. Некоторые проводят всю свою жизнь,
создавая сложные интеллектуальные системы, чтобы оправдать то, что вполне очевидно и является просто подавленной эмоцией. Один из самых эффективных инструментов для преодоления прошлого негативного опыта – создание другого контекста. Это значит, что мы наделяем прошлый опыт другим значением. Мы начинаем по-другому относиться к сложностям или к травме, возникшей в прошлом, и мы осознаем, что они несут в себе скрытый дар. Ценность этой техники впервые была распознана в психиатрии Виктором Франклом. Он описал концепцию под названием «логотерапия» в своей известной книге «Человек в поисках смысла». Его клинический и персональный опыт показал, что, пережив эмоциональные события и травматические происшествия, можно исцелиться в значительной мере, если наделить произошедшее новым смыслом. Франкл рассказал о своем собственном опыте в нацистских концентрационных лагерях, в которых он начал рассматривать физические и психологические страдания как возможность одержать внутреннюю победу. Все можно отнять у человека, за исключением одного – последней частицы человеческой свободы. Свобода выбирать свою установку в любых данных условиях. Выбирать свой собственный путь. Франкл изменил контекст ужасных обстоятельств, чтобы сохранить человеческий дух и глубокий смысл его существования. Каждый жизненный опыт, каким бы трагическим он ни был, заключает в себе скрытый урок. Когда мы открываем и признаем скрытый подарок, упакованный в опыт, начинается исцеление. В примере мужчины, лишившегося работы, спустя время он оглянулся назад и понял, что прошлая работа больше была привычкой и замедляла его рост. Говоря откровенно, работа наградила его язвой. До того, как он потерял работу, он видел в ней только плюсы. Взглянув на ситуацию под другим углом, он понял, что платил высокую цену физически, умственно и эмоционально. Лишившись работы, он открылся для развития новых способностей и новых талантов. В действительности, он начал новую и более перспективную карьеру. Итак, жизненные ситуации – это возможности для роста, расширения возможностей, нового опыта и развития. Оглядываясь назад, кажется, что в некоторых случаях за кризисом на самом деле скрывалась неосознаваемая цель. Нужно постигнуть что-то важное, как будто наше бессознательное знало о необходимости произошедшего. И хотя полученный опыт оказался болезненным, но это была единственная возможность для его получения. Данная часть психологии раскрыта специалистом по психоанализу Карлом Юнгом. После исследования длиной в жизнь он заключил, что в бессознательном присутствует врожденное стремление к целостности, наполненности и реализации собственного «я». И это бессознательное найдет любые способы, чтобы притянуть их в жизнь, даже если для сознательного опыт получится травматичным. Юнг также говорил, что в бессознательном существует часть человеческой личности, названная им тенью. Тенью являются все наши вытесненные эмоции, чувства и понятия, пугающие нас, с которыми мы боимся встретиться лицом к лицу. Польза жизненного кризиса состоит в том, что часто он знакомит нас с нашей тенью. Кризис делает нас более человечными и более целостными, помогая осознать, что мы имеем нечто общее со всем человечеством. Раньше мы винили других в проблемах, а теперь мы осознаем, что в этом была и наша вина. Таким образом, когда мы признаем присутствие у нас тени, принимаем и отпускаем ее, она перестает бессознательно управлять нами. Как только тень признается, она теряет свою силу. Все, что необходимо, это просто понять, что в нас есть определенные недостойные порывы, мысли и чувства. И сейчас с ними можно справиться, просто задав вопрос «И что?». Преодоление жизненного кризиса делает нас более человечными. Мы чувствуем больше сострадания, больше принимаем и понимаем себя и других. Уходит необходимость выставлять себя или других неправыми.
справляясь с эмоциональным кризисом, мы становимся более мудрыми и открытыми к благам жизни. Страх жизни на самом деле является страхом эмоций. Речь не о том, чего мы боимся, а о том, какие чувства мы при этом испытываем. Когда мы начнем контролировать наши эмоции, страх жизни сократится. Мы почувствуем больше уверенности в себе и захотим пользоваться лучшими возможностями, потому что теперь мы чувствуем, что можем справиться с любыми эмоциональными последствиями. Потому что страх – это основа всех решений, а контроль над страхом означает освобождение обширного жизненного опыта, который раньше избегался. Таким образом, человек, лишившийся работы и успешно преодолевший этот кризис, больше никогда не испытает подобного страха. И поэтому он будет креативным на следующей работе, беря на себя необходимые риски, чтобы добиться успеха. Он начинает видеть, как этот навязчивый страх потерять работу серьезно ограничил его продуктивность в прошлом, сделал его боязливым и осторожным и стоил ему самооценки из-за уступчивости и пресмыкания перед начальниками. Благодаря жизненному кризису появляется больше самосознания. Когда случившееся выводит нас из колеи, мы вынуждены остановить все наши ложные игры, присмотреться к жизненной ситуации, переоценить убеждения, цели, ценности и направления в жизни. Это возможность переоценить и отпустить чувство вины, возможность полностью изменить свое восприятие. По мере прохождения жизненных кризисов, они сталкивают нас с полярными противоположностями. Ненавидеть или простить того человека? Извлечь уроки из этого опыта и развиваться дальше? Или же негодовать и чувствовать горечь? Что мы выбираем? Не обращать внимания на недостатки других людей и свои? Или же мы вместо этого возмущаемся и ментально нападаем на них? А что будем делать при появлении подобной ситуации в будущем? Будем выходить из нее с еще большим страхом? Или же преодолеем этот кризис и навсегда с ним покончим? Что мы выбираем? Надежду или упадок духа? Можем ли мы использовать опыт как возможность учиться, делиться? Или закроемся в своей раковине страха и горечи? Каждый эмоциональный опыт – это возможность падать или подниматься вверх. Какую из них мы выбираем? Таково наше внутреннее противостояние. У нас есть возможность выбирать, хотим ли мы удерживать или просто отпустить эмоциональное расстройство. Можно увидеть, какую цену мы платим за то, что зацикливаемся на негативе. Мы хотим платить эту цену? В состоянии ли мы принять наши эмоции? Можно оценить, какую пользу нам дает отпускание ситуации. Наш выбор определит наше будущее. Какое будущее мы хотим? Что мы выбираем? Исцеление или жизнь, полная незалеченных ран? Делая этот выбор, стоит подумать о последствиях, ожидающих нас, если мы зацикливаемся на остаточных эмоциях от болезненного опыта. Какое удовлетворение это приносит нам? Мы готовы довольствоваться лишь этим? Злость, гнев, жалость к себе, обиды – все они не стоят того. Они принесут лишь ничтожное удовлетворение. Давайте не будем притворяться, что их нет. Зацикливаться на боли – довольно странное и сомнительное удовольствие. Оно определенно удовлетворяет нашу подсознательную потребность наказывать себя, тем самым уменьшая чувство вины. Мы начинаем чувствовать себя жалкими и несчастными. Тогда возникает вопрос: «Но как долго?» Например, возьмем мужчину, который не разговаривал со своим братом 23 года. Никто из них уже не помнит, из-за чего все произошло. Причина давно забыта. Но у них появилась привычка не разговаривать друг с другом. Тоска по общению с братом, недостаток братской любви и заботы, сплоченности в семейных вопросах, все пропущенные совместные опыты, которые могли бы быть. Вот такую высокую цену они заплатили за 23 года. Когда мужчина узнал про технику отпускания,
он начал освобождаться от негативных чувств по отношению к брату. Простив его, он запустил в нем подобный ответный механизм. Оба брата воссоединились. Затем мужчина вспомнил тот роковой инцидент. Это была ссора из-за пары ботинок, за которые они заплатили цену в 23 года жизни. Если бы мужчина не узнал о технике отпускания, он бы, вероятно, ушел в могилу, храня внутри всю ту же обиду. И вот в чем вопрос. Сколько еще мы хотим продолжать страдать? Когда мы уже остановимся? Когда уже действительно пора и меру знать? Та часть нас, которая цепляется за негативные эмоции, это ничтожность, низкая часть, мелочная, эгоистичная, соперничающая, подлая, попустительствующая, недоверяющая, злопамятная, оценивающая, истощенная, ослабленная, виновная, пристыженная и самолюбивая. В ней мало энергии. Она истощающая, унижающая и ведет к уменьшению самоуважения. Это ничтожная часть, которая пытается возбудить в нас ненависть к себе, непрекращающуюся вину. Она ищет наказания, истощения и болезни. Хотим ли мы равняться именно на эту часть? Мы действительно хотим наполнять эту часть энергией? Это то, кем мы хотим себя видеть. Потому что именно так, как мы видим себя, нас видят и другие. Мир видит нас лишь такими, какими мы видим себя сами. Хотим ли мы платить этими последствиями? Если мы кажемся себе мелочными и подлыми, то маловероятно, что мы попадем в самое начало списка претендентов на повышение в компании. Цену, которую мы платим за то, что цепляемся за нашу ничтожную часть, можно продемонстрировать с помощью мышечного теста. Сама процедура довольно легкая. Думайте о чем-то низком, мелочном, и пусть кто-нибудь надавит на вашу руку в то время, как вы сопротивляетесь, и посмотрите на результат. А теперь сделайте все наоборот. Представьте себя щедрым, великодушным, любящим и испытывающим внутреннее благородство. Мгновенно появится невероятный подъем силы в мышцах, показывающий прилив положительной жизненной энергии. Наша ничтожность приносит с собой слабость, истощение, болезнь и смерть. Вы действительно этого хотите? Отпустив негативные чувства, вы запустите здоровый механизм, который существенно поможет в вашей внутренней трансформации и в первую очередь остановит сопротивление положительным эмоциям. Усиление позитивных эмоций. Чтобы отпустить негативные чувства, нужно прекратить сопротивляться позитивным. Все во Вселенной имеет свою противоположность. Вследствие этого, в уме наряду с негативными чувствами, существуют и противоположные. И неважно, замечаем ли мы их присутствие в какой-то конкретный момент или нет, все они находятся в нашем уме между ничтожностью и величием. Существует полезное и проясняющее упражнение. Нужно обратить все внимание на эмоцию, напрямую противоположную той негативной эмоции, которую мы сейчас испытываем, и отпустить сопротивление этой позитивной эмоции. Например, скажем, что приближается день рождения друга, но мы чувствуем себя по отношению к другу обиженными и скуповатыми. И поэтому мы просто не можем выбраться в магазин за подарком, а день рождения приближается. Полностью противоположными здесь являются великодушие и щедрость. Мы просто начинаем искать в себе чувство великодушия и перестаем сопротивляться. Пока мы продолжаем отпускать наше сопротивление тому, чтобы быть великодушным, часто удивительным образом оно сопровождается волной напряжения. Мы начинаем осознавать, что эта часть нашей природы всегда желала и хотела быть великодушной, но мы не осмеливались дать ей шанса. Мы думали, что будем выглядеть глупо. Мы думали, что мы наказывали другого человека, сохраняя обиду. А на самом деле мы лишь подавляли любовь. Возможно, вначале мы чувствуем это именно по отношению к нашему другу, но затем начинаем замечать, что этот аспект относится к нашей личности. Отпуская сопротивление любви, мы начинаем замечать, что какая-то часть внутри нас хочет отдавать, отпустить прошлое и зарыть топор войны.
появляется желание сделать дружественный поступок. Мы хотим воссоединиться с другом, заживить рану, сделать неправильное правильным, выразить благодарность, воспользоваться шансом и признать, что мы вели себя глупо. Цель этой практики заключается в том, чтобы обнаружить в нас качества, которые можно описать не иначе, как великодушие. Великодушие – это смелость к преодолению препятствий. Это желание достичь высшего уровня любви. Это принятие человеческих качеств других людей и сопереживание их страданиям, когда представляешь себя на их месте. Из великодушия к другим рождается великодушие к себе, и мы освобождаемся от вины. Но в действительности настоящий результат мы получаем, лишь отпуская накопленный негатив и выбирая любовь. Вот тогда этот опыт приносит пользу. Именно мы выигрываем от полученного результата. С увеличенным уровнем осознания того, кто мы есть на самом деле, приходит нарастающая способность быть неуязвимым к боли. Принимая свои и чужие человеческие качества состраданием, мы больше не являемся предметом унижений, ведь настоящее смирение является частью великодушия. Благодаря осознанию того, кто мы на самом деле есть, появляется желание искать что-то возвышающее нас. Так появляется новое значение и смысл жизни. Когда внутренняя пустота, порожденная недостатком самооценки, заполняется настоящей любовью к себе, самоуважением и чувством собственного достоинства, больше не нужно искать этого в внешнем мире, потому что настоящий источник счастья находится внутри нас. Появляется осмысление, что счастье не может прийти извне. Никакое богатство не сможет компенсировать внутренние бедности. Мы все знаем о мультимиллионерах, которые пытаются восполнить чувство внутренней пустоты и недостаток внутреннего богатства благами извне. Соединившись однажды с нашим внутренним «я», нашим внутренним великодушием, нашей внутренней наполненностью, удовлетворенностью и истинным чувством счастья, мы выходим за пределы мира. Теперь мир становится местом для радости и больше не управляет нами. Больше мы не поддаемся его воздействию. Когда мы прибегаем к этим техникам, освобождаясь от негатива и прекращая сопротивляться позитивным изменениям, рано или поздно мы приходим к внезапной всеобъемлющей осознанности нашего истинного внутреннего масштаба. Если мы однажды это испытали, то уже не забудем никогда. Мир больше не будет пугать нас, как раньше. Возможно, просто по привычке мы будем еще чувствовать сопротивление описанным способом, но внутренняя одержимость, внутренняя уязвимость и внутренние сомнения уже ушли. Снаружи может показаться, что поведение все то же, но внутри причины поведения теперь абсолютно другие. В конечном результате, благодаря осознанному управлению эмоциями, мы приходим к неуязвимости и невозмутимости. Теперь наша внутренняя природа пуленепробиваема. Мы в состоянии идти сквозь жизнь, сохраняя равновесие и достоинство. Глава 4. Апатия и депрессия. Апатия – это убеждение «я не могу». Это ощущение того, что мы ничего не можем сделать с нашей ситуацией, и никто другой не в состоянии помочь. Это безысходность и беспомощность. Это состояние связано с такими мыслями, как «да кого это волнует?», «что толку?», «это скучно?», «зачем беспокоиться?», «я в любом случае не выиграю». Это роль, изображенная осликом и Ая, угрюмым персонажем мультфильма «Винни-Пух», который говорит: «ну ладно, в любом случае ничего хорошего не будет». Уныние, пораженчество, невозможность, слишком тяжело, совсем один, опустивший руки, замкнутый, ушедший в себя, отрезанный, покинутый, в депрессии, истощенный, нереализованный, пессимистичный, равнодушный, невеселый, бессодержательный, нелепый, бесцельный, беспомощный, несостоятельный, слишком уставший, отчаявшийся, поставленный в тупик, забывчивый, фаталист, слишком поздно,
слишком старый, слишком молодой, машинальный, обреченный, негативный, несчастный, бесполезный, потерянный, бессмысленный, мрачный, пресыщенный. Биологическая телепатия – призвать помощь. Но отчасти это чувство заключается в том, что никакая помощь невозможна. Значительная часть населения мира функционирует на уровне апатии. Для них нет надежды ни на то, что они сами смогут удовлетворить свои основные потребности, ни на ожидаемую откуда-то помощь. Среднестатический человек часто апатичен в ряде областей жизни, но лишь периодически сталкивается с непреодолимой апатией по отношению ко всей своей жизни в целом. Апатия указывает на отсутствие жизненной энергии и близка к смерти. Такая ситуация наблюдалась при нападении на Лондон во время Второй мировой войны. Детей вывезли в детские учреждения, отдаленные убежища Англии, где хорошо следили за их питанием, физическими и медицинскими потребностями. Тем не менее, в детях развилась апатия. Они начали слабеть, потеряли аппетит, смертность была высока. Было обнаружено, что апатия стала результатом недостатка заботы и эмоциональной близости к фигуре матери. Это было состояние эмоциональное, а не физическое. Без любви и привязанности они потеряли волю к жизни. В нашей стране мы видим депрессивные экономические районы, где все местное население впадает в апатию. Когда люди из таких районов появляются в телевизионных новостях, зачастую это сопровождается такими замечаниями. Когда пособие по безработице заканчивается, я считаю, мы сталкиваемся лицом к лицу с голодом. Для нас нет никакой надежды. В том, что касается отпускания ситуации, чувство апатии может проявиться как сопротивление. Оно может принимать форму таких взглядов и мыслей, как «это не сработает в любом случае». «Какая разница? Я еще не готов к этому. Я не чувствую этого. Я слишком занят. Я устал отпускать. Я слишком перегружен. Я забыл. Я слишком подавлен. Я слишком сонный». Выход из апатии заключается в напоминании себе о нашем стремлении почувствовать себя выше и свободнее, стать результативным и счастливым, и отпустить сопротивление само по себе. Другой выход из апатии – это взглянуть на расплату за апатичное отношение. Расплатой могут быть самооправдания, скрывающие то, что на самом деле является страхом. Так как в действительности мы очень способные люди, большинство «я не могу» в реальности является «я не буду». За «я не могу» или «я не буду» зачастую стоит страх. Если мы увидим истину, которая скрывается за этим ощущением, мы продвинемся вверх по шкале от апатии до страха. Страх является более высокоэнергетическим состоянием, нежели апатия. Страх, по крайней мере, начинает побуждать нас к действию, и с помощью этого действия в дальнейшем мы можем отказаться от страха и продвинуться до гнева, гордости или смелости. А каждое из этих чувств является состоянием более высокого уровня, чем апатия. Давайте возьмем типичную человеческую проблему и проследим, как механизм отпускания работает на то, чтобы освободить нас от комплексов. Страх публичных выступлений является одним из наиболее распространенных комплексов. В этой области на уровне апатии мы говорим: «Ой, я не могу говорить публично, это слишком волнительно для меня. Так или иначе, никто не захочет слушать меня. Я не могу сказать ничего стоящего». Если мы напомним себе о нашем стремлении, то мы увидим, что апатия едва прикрывает страх. Теперь мысль о публичном выступлении страшна, но не безнадежна. Это приводит к некоторой ясности. Факты таковы, что мы не можем, а всего лишь боимся. Поскольку этот страх приходит и высвобождается, мы начинаем осознавать,
что у нас есть желание сделать именно то, чего мы опасаемся. Теперь, когда мы смотрим на желание, которое блокировано страхом и, возможно, смешано с определенным огорчением по поводу упущенных возможностей в прошлом, возникает гнев. На данный момент мы уже перешли от апатии к огорчению, к желанию и дошли до гнева. В гневе гораздо больше энергии и способности к действию. Гнев часто принимает форму негодования, например, по поводу того, что мы уже согласились на публичное выступление и теперь чувствуем себя обязанными сделать это. Кроме того, мы испытываем гнев по поводу нашего страха, который блокировал достижение цели в прошлом, и он приводит к решению что-то с этим сделать. Такое решение может принять форму решения пройти учебный курс по публичным выступлениям. Когда мы записываемся на такой курс, мы уже продвинулись к энергии гордости, так как мы наконец взяли быка за рога и что-то делаем. По ходу курса по публичным выступлениям будут возникать другие страхи. Когда эти чувства постоянно осознаются, и мы отпускаем их, приходит понимание того, что мы наделены достаточной смелостью, чтобы по крайней мере повернуться лицом к нашим страхам и принять меры по их преодолению. Этот уровень смелости имеет много энергии. Эта энергия принимает форму отпускания остаточного страха, гнева и желания. Так что в середине прохождения курса по публичным выступлениям мы вдруг испытываем принятие. С принятием приходит свобода от сопротивления, которое ранее приняло форму страха, апатии и гнева. Теперь мы начинаем испытывать удовольствие. В принятии содержится уверенность в себе. Я могу сделать это. На уровне принятия появляется большее понимание других. Поэтому в классе, на курсах публичных выступлений, мы начинаем осознавать боль, страдания и смущение других. Начинаем им сопереживать. С появлением этого сострадания по отношению к другим приходят потери сосредоточенности на себе. С появлением самоотверженности приходят мгновения умиротворения. По дороге домой из класса мы испытываем внутреннее удовлетворение, ощущение того, что мы выросли, что мы разделили что-то с другими. В процессе разделения с другими мы забыли на некоторое время о себе и были больше озабочены счастьем кого-то другого. Мы испытываем удовольствие от достижений других. В этом состоянии есть трансформирующее милосердие, открытие нашего внутреннего сострадания, чувство связанности с другими людьми и сопереживания их страданиям. При полном развитии этой прогрессии событий мы затем могли бы поделиться с другими нашим страхом публичных выступлений, шагами, которые мы предприняли, чтобы преодолеть его, успехом, который мы испытали, повышением нашей самооценки, а также позитивными изменениями в наших отношениях. Вся эта прогрессия является основой значительной доли эффективности групп взаимопомощи. Разделение внутренних переживаний от самого низкого до самого высокого уровня по шкале эмоций. То, что вначале казалось грозным и подавляющим, теперь преодолено и взято под контроль, с проистекающим из этого увеличением жизненной силы и благополучия. Это повышение самооценки затем перетекает в другие сферы жизни, а увеличение уверенности приводит к увеличению материального достатка и возможностей в области профессиональной деятельности. На этом уровне любовь принимает форму разделения с другими и их воодушевления, а наша деятельность конструктивна, а не деструктивна. Тогда излучаемая энергия положительна и привлекательна для других, что приводит к постоянной положительной обратной связи. Как только мы пережили эту прогрессию вверх по шкале эмоций, в любой конкретной области, мы начинаем понимать, что это может быть проделано в других областях ограничений в нашей жизни. «За всеми я не могу, просто стоит я не буду». «Я не буду» означает «я боюсь», или «мне стыдно», или «я слишком горд, чтобы попробовать, из-за страха потерпеть неудачу».
а за этим стоит гнев на себя и обстоятельства, порожденные гордостью. Признание в освобождении этих чувств приводит нас к смелости и с этим, наконец, к принятию и внутреннему спокойствию, по крайней мере, в той области, в которой произошло это преодоление. Апатия и депрессия – это цена, которую мы платим за то, что довольствуемся малым. Это то, что мы получаем за то, что изображаем жертву и позволяем себе быть запрограммированными. Это цена, которую мы платим за то, что погружаемся в негатив. Это результат сопротивления той части себя, которая является любящей, смелой и великой. Эта расплата возникает в результате разрешения себе быть обесцененным, самостоятельно или силами других. Это следствие удержания себя в негативном контексте. На самом деле это лишь программирование самих себя, которому мы невольно позволили случиться. Выход состоит в том, чтобы стать более осознанным. Что значит стать более осознанным? Начнем с того, что стать более осознанным означает начать искать истину для самих себя, вместо того, чтобы слепо позволять себе быть запрограммированным, будь то влияние извне или голос внутри нашего ума, который стремится преуменьшать и обесценивать, сосредоточив внимание на всем, что является слабым и беспомощным. Для того, чтобы избавиться от этого, мы должны принять на себя ответственность за погружение в негатив и желание верить в него. Выход из этого в том, чтобы начать ставить все это под сомнение. Есть много моделей разума. Одна из самых последних – это компьютер. Мы можем взглянуть на концепции мысли и системы верования разума как на программы. Так как это программы, они могут быть поставлены под сомнение, отменены, обращены вспять. Позитивные программы могут заменить негативные, если мы так решим. Ничтожная часть нашей личности очень хочет принять негативное программирование. Если мы посмотрим на источник наших мыслей, начнем идентифицировать их происхождение и прекратим тщеславно именовать их своими, и, следовательно, священными, мы заметим, что мысли можно рассматривать объективно. Мы увидим, что они происходят от родительского воспитания в детстве, от родственников, от учителей, а также от тех порций информации, которую мы получили от приятелей из газет, кино, телевидения, радио, церкви, романов, и которые были автоматически поглощены нашими органами чувств. Все это происходило непреднамеренно, без натренированного осознанного выбора. Кроме того, прибавьте проявление нашей неосознанности, невежества, неопытности и наивности, а также природа самого разума. И в итоге мы представляем собой сплав всего негативного мусора, распространенного в мире. В дальнейшем мы приходим к выводу, что все это применимо по отношению к нам лично. Когда мы становимся более осознанными, мы начинаем понимать, что у нас есть выбор. Мы можем прекратить давать власть мыслям ума, начать ставить их под сомнение и выяснить, существует ли на самом деле в них какая-либо истина для нас. Ощущение состояния апатии связано с верой в «я не могу». Разуму не нравится слышать это, но в действительности большинство «я не могу» являются «я не буду». Причина, по которой разум не хочет это слышать, в том, что «я не могу» является прикрытием для других чувств. Эти чувства могут быть доведены до осознания постановкой вопроса к самому себе. Правда ли то, что я скорее не буду, чем не могу? Если я принимаю то, что я не буду, какие ситуации будут происходить и что я буду чувствовать по отношению к ним? Например, скажем, у нас есть система убеждений в том, что мы не можем танцевать. Мы говорим себе, может быть, это только прикрытие, может быть, истина в том, что я не хочу и не буду. Способ выяснить, что это на самом деле за чувство, это представить себя в процессе обучения танцам. Как только мы сделаем это, начнут проявляться все связанные с этим чувства,
Смущение, гордость, неловкость, огромное усилие по изучению нового навыка и нежелание по отношению к трате времени и энергии. Когда мы заменяем «я не могу» на «я не буду», мы раскрываем все эти чувства, которые теперь можно отпустить. Мы видим, что научиться танцевать означает, что мы должны быть готовы отпустить гордость. Мы смотрим на это и спрашиваем себя, готов ли я продолжать платить эту цену? Буду ли я готов отпустить страх не преуспеть? Буду ли я готов отпустить сопротивление тем усилиям, которые нужно приложить? Буду ли я готов отпустить тщеславие, чтобы позволить себе быть неуклюжим, как ученик? Смогу ли я отпустить свою скупость и мелочность, чтобы быть готовым платить за уроки и уделять им время? Как только все связанные с этим чувства отпущены, становится совершенно ясно, что истинная причина – это не желание, а не неспособность. Следует помнить, что мы вольны признавать наши чувства и отпускать их, а вольны не отпускать. Когда мы исследуем наше «я не могу» и выясняем, что на самом деле это «я не буду», это не значит, что мы должны отпустить те негативные чувства, которые приводят к «я не буду». Мы совершенно вольны отказаться отпускать. Мы вольны цепляться за негатив столько, сколько хотим. Нет никакого закона, который говорит, что мы должны отказаться от него. Мы свободные люди. Но понимание того, что я не буду что-то делать, определенным образом отличается от «я жертва» и «я не могу» и играет большую роль для нашей самооценки. Например, мы можем избрать ненависть к кому-то, если захотим. Мы можем обвинять их. Мы можем обвинять обстоятельства. Но возможность быть более сознательным и понимание того, что мы свободно выбираем такое отношение, ставит нас в более высокое состояние сознания и, следовательно, ближе к большей силе и мастерству, нежели если бы мы были просто беспомощной жертвой чувств. Обвинение. Одним из самых больших препятствий в преодолении депрессии и апатии является обвинение. Обвинение говорит само за себя, его изучение того стоит. Для начала у обвинения есть много выигрышей. Мы наслаждаемся жалостью к себе, получаем возможность быть невиновным, быть мучеником и жертвой и получать сочувствие. Возможно, самый большой выигрыш от обвинения в том, что мы получаем возможность быть невинной жертвой. При этом другая сторона конфликта плохая. Мы постоянно видим, как в эту игру играют в СМИ. К примеру, это бесконечные обвинительные игры, разыгрываемые с множеством противоречий, компромата, очернения и судебных процессов. В дополнение к эмоциональному выигрышу, обвинение имеет значительные финансовые выгоды. Таким образом, быть невинной жертвой – заманчивый вариант, так как это часто вознаграждается финансово. В Нью-Йорке много лет назад этому был известный пример. Произошла авария с участием общественного транспорта. Люди высыпали из передней двери транспортного средства, затем собрались в небольшую группу, фиксируя свои имена и адреса для будущей денежной компенсации. Прохожие быстро сориентировались и незаметно пробрались в заднюю часть транспортного средства, так чтобы иметь возможность появиться из передней части, как раненые невинные жертвы. Они даже не были участниками аварии, но собирались получить вознаграждение. Обвинение является самым большим оправданием в мире. Оно дает нам возможность оставаться ограниченными и незначительными людьми, не чувствуя себя виноватыми. Но цена этому – потеря свободы. Кроме того, роль жертвы приносит с собой ощущение собственной слабости, уязвимости и беспомощности, что является основными компонентами апатии и депрессии. Первый шаг по выходу из обвинения – увидеть, что мы выбираем обвинение. Другие люди, бывшие в подобных обстоятельствах, простили, забыли и справились с той же ситуацией совершенно по-другому. Ранее мы рассматривали случай Виктора Франкла, который предпочел простить нацистских тюремных охранников,
и увидеть скрытый дар в своем опыте жизни в концлагерях. Поскольку другие, такие как Франкл, избрали не обвинять, этот вариант открыт нам. Мы должны быть честными и осознать, что мы обвиняем, потому что мы выбираем обвинение. Это верно независимо от того, насколько оправданными могут оказаться обстоятельства. Это не вопрос правильности или неправильности. Это просто вопрос взятия на себя ответственности за наше собственное самосознание. Это совершенно иная ситуация – видеть, что мы выбираем обвинение, а не думать, что мы должны обвинять. В этих обстоятельствах разум часто считает: «Но если другой человек или событие не может быть объектом для обвинения, тогда я должен быть им». Обвинение других или самих себя не является необходимым. Привлекательность обвинения возникает в раннем детстве, в повседневности, в классе, на детской площадке, дома среди братьев и сестер. Осуждение является центральным пунктом бесконечных судебных разбирательств и судебных процессов, которые характеризуют наше общество. На самом деле обвинение – это лишь еще одна негативная программа, на которую мы позволили купиться нашему разуму, так как мы никогда не переставали ставить ее под сомнение. Почему что-то всегда должно быть чьей-то виной? Почему само понятие ошибочности возникает в этой ситуации в первую очередь? Почему один из нас должен быть неправ, плох или виноват? Таким образом, то, что казалось здравой мыслью, может оказаться не таким уж хорошим. Вот и все. Неудачные события могут случаться просто так. Чтобы преодолеть обвинение, необходимо взглянуть на тайное удовлетворение и наслаждение, которое мы получаем от жалости к себе, обид, гнева и самооправданий, и начать отпускать все эти маленькие выкрыши. Цель этого шага заключается в том, чтобы перестать быть жертвой наших чувств и перейти к сознательному их выбору. Если мы просто признаем и наблюдаем за ними, начинаем разбирать их и отпускаем их по составным частям, то мы сознательно осуществляем выбор. Таким образом, мы делаем серьезный шаг из трясины беспомощности. В преодолении сопротивления и принятии на себя ответственности за наши негативные программы и чувства полезно видеть, что они выходят из одной ничтожной части нас самих. В самой природе незначительной части нашего «я» заложено думать негативно. Поэтому у нас есть бессознательная склонность к легкому согласию с его ограниченной точкой зрения. Но это не все наше бытие. Выше и за пределами этой ничтожной части нас есть большее «я». Мы сами можем не осознавать нашего внутреннего величия. Мы можем и не испытывать его, но оно есть. Если отпустить наше сопротивление ему, мы можем начать его чувствовать. Депрессия и апатия, таким образом, являются результатом желания держаться за малое «я» и его систему верований, а также сопротивление нашему большему «я», которое состоит из всех противоположностей негативным чувствам. Такова природа Вселенной. Каждое понятие в ней представлено тем, что ему равно и противоположно. Так электрону равен и противоположен позитрон. Каждая сила имеет равную противодействующую контрсилу. Инь компенсируется ян. Есть страх, но есть и смелость. Есть ненависть, но ее противоположность – любовь. Есть робость, но есть и храбрость. Есть скупость, но есть и благородство. В человеческой психике каждое чувство имеет свою противоположность. Таким образом, выход из негатива заключается в готовности признать и отпустить негативные чувства и в то же время готовности отпустить сопротивление их позитивной противоположности. Депрессия и апатия являются результатом нахождения под воздействием
отрицательной полярности. Как это работает в повседневной жизни? Давайте в качестве примера снова посмотрим на чей-то быстро приближающийся день рождения. Из-за того, что случилось в прошлом, у нас есть обиды и нежелание делать что-либо на день рождения. Так или иначе, кажется просто невозможным пойти и купить подарок на день рождения. Мы сопротивляемся тому, чтобы тратить деньги. Разум вызывает в воображении все виды оправданий. У меня нет времени ходить по магазинам. Я не могу забыть, какой грубой она была. Сначала она должна извиниться передо мной. В этом случае работают две вещи. Зацепка за негатив и незначительность в себе самом. И сопротивление позитива увеличив в себе. Выход из апатии в том, чтобы увидеть, в первую очередь, «я не могу это, я не буду». Глядя на «я не буду», мы видим, что оно существует из-за негативных чувств. И как только они проявляются, их можно признать и отпустить. Кроме того, очевидно, что мы сопротивляемся положительным чувствам. Эти чувства любви, великодушия и прощения могут быть рассмотрены одно за другим. Мы можем сесть и представить себе достоинство великодушия и отпустить сопротивление ему. Есть ли что-то великодушное внутри нас самих? В этом случае мы можем быть не готовы применить это по отношению к имениннику из примера выше. Что мы можем начать видеть – это существование великодушия в нашем сознании. Мы начинаем видеть его, и как только мы отпускаем сопротивление чувству великодушия, появляется оно само. Фактически в определенных обстоятельствах мы наслаждаемся, отдавая другим. Мы начинаем вспоминать поток положительных эмоций, нахлынувший на нас, когда мы выражаем благодарность и принимаем подарки других людей. Мы видим, что действительно подавляли желание простить, и как только мы отпускаем сопротивление прощению, возникает желание отпустить обиду. Когда мы делаем это, мы перестаем отождествлять себя с нашей ничтожной частью и начинаем осознавать, что в нас есть что-то большее. Оно было там всегда, но скрывалось от взгляда. Такой способ применим во всех негативных ситуациях. Он наделяет нас возможностью изменять контекст, в котором мы воспринимаем текущие обстоятельства. Этот способ наделяет нас возможностью придать контексту новый, отличный от прежнего смысл. Он поднимает нас из состояния беспомощной жертвы до состояния человека, делающего сознательный выбор. Касательно приведенного примера, не значит, что мы должны в спешке бежать и покупать подарок на день рождения. Но значит, что теперь нам понятно, мы находимся в нашей нынешней позиции по своему выбору. У нас есть полная свобода с большей широтой действий и выбора. Это гораздо более высокое состояние сознания, чем состояние беспомощной жертвы, пойманной в ловушку прошлой обиды. Один из законов сознания таков. Мы лишь тогда подвержены негативным мыслям или убеждениям, когда мы осознанно считаем, что они относятся к нам. Мы вольны выбрать не покупаться на негативную систему убеждений. Как это работает в повседневной жизни? Давайте возьмем общий пример. По отчетам газет, безработица находится на рекордно высоком уровне. Комментатор в теленовостях заявляет: «Доступных рабочих мест нет». В такой момент мы вольны отказаться от негативной формы мысли. Вместо этого можно сказать: «Безработица не относится ко мне». Отказом принять отрицательное убеждение мы лишаем его негативной власти над нашей жизнью. Примеры из личного опыта показывают, что в периоды высокой безработицы, как было после Второй мировой войны, не было никаких проблем с работой. В самом деле, можно было иметь две или даже три работы одновременно – посудомойки, официанта, посыльного, водителя такси, бармена, фабричного рабочего, работника теплиц, мойщика окон. Это было следствием системы убеждений,
которая гласила: «Безработица относится к другим, но не ко мне. И там, где есть желание, есть и возможность». Кроме того, нужна была готовность отказаться от гордости в обмен на работу. Другим примером является влияние системы убеждений на заболеваемость эпидемиологическими болезнями. Несколько лет назад, во время эпидемии гриппа, на 14 знакомыми друг с другом людьми было установлено пристальное наблюдение. Из 14 человек 8 слегли с гриппом, а 6 нет. Важно здесь не те 8, что заболели, а те, кто нет. Во время любой эпидемии есть люди, которые не заражаются ею. Даже в разгар Великой депрессии были люди, которые становились богатыми, даже миллионерами. Мысль о бедности была заразна в те дни, но почему-то эти люди не покупались на нее, поэтому бедность к ним не относилась. Чтобы негатив относился к нашей жизни, сначала мы должны принять его, а затем дать ему энергию веры. Если мы обладаем силой заставить негатив появляться в нашей жизни, очевидно, что наш разум также имеет власть сделать явью его противоположность. Выбор позитива. Один удивительный эффект готовности отпустить наш внутренний негатив – это открытие того, что существует полярная противоположность негативных чувств. Существует внутренняя реальность, которую мы можем назвать нашим внутренним величием или высшим «я». Она имеет гораздо больше силы, чем внутренний негатив. Взамен отпускания выигрышей, которые мы получали от негативной позиции, теперь мы удивляемся положительным выигрышам, которые проистекают от силы наших положительных чувств. Например, когда мы отпускаем обвинения, мы испытываем чувство прощения. Наше высшее «я», которое, можно сказать, является смесью наших высших чувств, имеет практически неограниченные возможности. Оно может создавать возможности для трудоустройства. Оно может создавать ситуации для исцеления взаимоотношений. Оно имеет силу для создания любовных отношений, финансовых возможностей, а также физического излечения. Как только мы прекращаем давать власть и энергию всем негативным программам, которые вытекают из нашего собственного мышления, мы прекращаем отдавать нашу власть другим и снова сами завладеваем ею. Это приводит к повышению самооценки, возвращению креативности и открытию позитивного видения будущего, которое заменяет собой боязливость. Мы можем поэкспериментировать с тем, с кем у нас сложились плохие отношения из-за затаенного чувства обиды. Можно сесть и сказать себе, что это будет лишь эксперимент. Его цель, скажем мы себе, только учиться. То есть мы хотим ознакомиться с законами сознания и понаблюдать, что произойдет. Мы признаем выигрыши, которые мы получали от негативных чувств. Мы уступаем каждому компоненту и в то же время отпускаем сопротивление внутри нас, желание исцелить отношения. На данный момент нет необходимости иметь какой-либо личный контакт с другим человеком. Мы проводим этот эксперимент ради нас самих, а не для других. Смотря внутрь себя, мы спрашиваем, что скрывает гнев? Под гневом мы, скорее всего, находим страх. Помимо страха мы также находим ревность. Мы находим конкуренцию и все прочие маленькие компоненты комплекса чувств, которые послужили препятствиями к отношениям. Одновременно отпуская негатив и сопротивление положительному результату при подъеме внутренней энергии, мы испытываем сопутствующие неуловимые изменения нашей самооценки. Отпускание нашего сопротивления, готовности к возникновению чего-то позитивного в отношениях – это все, что необходимо. Теперь мы можем просто сидеть и наблюдать, что происходит. В этом эксперименте мы не заинтересованы в том, испытывает ли все это другой человек или нет.
Мы заинтересованы лишь в том, что мы это испытываем. Нас интересует только продвижение собственной позиции в этом деле. А затем мы просто смотрим, что будет. Отсюда, как правило, вытекает очень полезный опыт, который примет различные формы в зависимости от обстоятельств. Еще одной причиной апатии являются остатки ранее испытанного травматичного потрясения, которые не были переработаны. Разум проектирует будущее с ожиданием того, что прошлое будет повторяться. При обнаружении этой бессознательной динамики мы можем решить еще раз взглянуть на комплекс наших эмоций, разобрать его на составные части, отпустить негативные аспекты, а также сопротивление позитивным. Когда мы делаем так, наше видение будущего меняется. Мы можем простить то, что во время предыдущего эмоционального потрясения мы просто не знали, как с ним справиться. Было много остатков, которые сделали нас эмоционально недееспособными в тот момент. Но поскольку в подсознании нет такого понятия, как время, в любое время в настоящем мы можем сделать выбор в пользу исцеления прошедших событий. Когда мы проходим через наше собственное эмоциональное исцеление ради нас самих, эти прошедшие события в настоящем времени начинают принимать иной смысл. Наше Высшее Я начинает создавать новый контекст для этого. Мы можем увидеть скрытый дар. Мы можем в конечном итоге признать с благодарностью, что это дало нам новые возможности для того, чтобы учиться, расти и приобретать мудрость. Одной из наиболее распространенных областей, в которых мы видим эту эмоциональную деформацию – жизнь после развода. Слишком часто она сопровождается горечью и нарушением способности создавать новые любовные отношения. Нежелание отпустить обвинения продолжает эмоциональную деформацию, которая может длиться в течение многих лет или даже всю жизнь. Когда мы сталкиваемся с горечью, что мы действительно обнаруживаем, это не заживающая область в нашем эмоциональном строении, и усилия, которые мы прилагаем к ее исцелению, принесут огромные выгоды. В любой ситуации, которая включает в себя страдания, мы должны спросить себя, как долго я готов платить эту цену? С каких кармических склонностей начать? Какое количество обвинений достаточно? Есть ли такой момент, когда можно положить этому конец? Как долго я буду подсажен на это? Сколько жертв я готов принести другому человеку за его ошибки, действительные или мнимые? Сколько самонаказаний достаточно? Когда приговор подойдет к концу? Когда мы по-настоящему изучаем это, мы всегда обнаруживаем, что наказывали себя за невежество, наивность, простодушие, а также отсутствие внутреннего просвещения. Мы можем спросить себя, я когда-либо тренировался в технике эмоционального самоисцеления? Когда я ходил в школу, они преподавали мне курс по самосознанию? Кто-нибудь когда-нибудь говорил мне, что я был волен выбирать, что войдет в мой разум? Меня когда-нибудь учили тому, что можно отказаться от всякого негативного программирования? Кто-нибудь когда-нибудь рассказывал мне о законах сознания? Если нет, то зачем же жестоко корить себя за искреннюю веру в определенные вещи? Почему бы не перестать делать это прямо сейчас? Мы все делали то, что, как мы думали, было лучшим в данный момент. Тогда это казалось хорошей идеей. Вот что мы можем сказать о наших и чужих действиях в прошлом. Мы все были невольно запрограммированы без нашего осознанного согласия. Вследствие нашего замешательства, невежества и наивности мы купились на негативные программы. Мы позволяли им управлять нами. Но теперь мы можем сделать выбор остановиться. Мы можем выбрать другое направление. Мы можем выбрать стать более осведомленными, более сознательными, более ответственными и более разборчивыми. Мы можем отказаться сидеть и как магнитофон с чистой пленкой принимать каждую программу, которую мир предлагает нам.
Мир всего лишь очень сильно хочет эксплуатировать нашу наивность и играть на нашей незначительности со всем ее тщеславием и страхами. Когда мы начинаем осознавать, как нами манипулировали, эксплуатировали и брали в оборот, накатывает гнев. Будьте готовы справиться с ним. Гневаться – это нормально. В долгосрочной перспективе лучше быть сердитым, чем апатичным. В гневе у нас много энергии. Мы можем что-то сделать с ситуацией. Мы можем принять меры. Мы можем изменить наш разум. Мы можем изменить направление в противоположную сторону. А затем легко перепрыгнуть от гнева к смелости. На уровне смелости мы видим происходящее, изучаем его и исследуем, как все это случается. Мы начинаем видеть, что наша незначительность была счетом за купленные нами товары. В этом исследовании мы натолкнемся на нашу собственную внутреннюю невинность. Когда мы вновь открываем ее, мы можем отпустить большую часть обвинения. Когда уходит обвинение, необходимость в самонаказании удаляется вместе с ним, и это сразу вытаскивает нас из апатии и депрессии. Мы можем выбрать перепроверку себя, наших ценностей и того, чего мы стоим. И нам видно, что другие были запрограммированы так же, как мы. Они тоже делали то, что им казалось лучшим в тот момент. Мы больше не должны винить их или себя. Мы можем отказаться от обвинительной игры, как от устаревшей и неэффективной. Другой ценный способ избавления от апатии, депрессии, а также ситуаций, которые преимущественно находятся под управлением мысли «я не могу», это избрать сосуществование с людьми, решившими проблему, с которой боремся мы. Это одна из огромных сил круп взаимопомощи. Когда мы находимся в негативном состоянии, мы отдаем много энергии отрицательным формам мышления, а положительные мыслеформы являются слабыми. Те, кто находится на более высоком уровне колебаний, свободны от энергии своих негативных мыслей и подпитывают положительные формы мысли. Помогает даже всего лишь нахождение в присутствии таких людей. В некоторых группах самопомощи это называется «тусоваться с победителями». Преимущество здесь на психическом уровне сознания, где происходит передача положительной энергии и повторный запуск собственных скрытых положительных мыслеформ. В некоторых группах самопомощи это называется «получение путем постижения, бессознательного усвоения мыслей и знаний». Не обязательно знать, как именно, достаточно лишь знать, что это происходит. Наблюдать этот феномен – обычная практика. Например, в нашем обществе большинство людей были обучены быть логичными и ориентироваться на левые полушария мозга. Тем не менее, некоторые от рождения ориентированы на правые полушария. Такие правополушарные люди характеризуются сильной интуицией, креативностью, телепатической связью и осведомленностью о формах мысли и энергетических колебаниях. Часто в число этих возможностей включена способность видеть биоэнергетическое поле вокруг человеческого тела, называемое аурой. Когда вы находитесь в обществе людей с такой способностью, становится возможным разделить ее с ними. Это было подтверждено даже скептичным, логичным, левополушарным мужчиной-ученым, который был в компании людей со способностью видеть ауру. Следуя их указаниям о том, как это делать, на удивление он действительно увидел поле света вокруг голов людей. В частности, аура вокруг одного человека, казалось, была почти как эктоплазма, которая висела преимущественно над его левым ухом. На правой стороне головы, однако, не было видно практически ничего. Чтобы узнать, было ли это явление реальным и не является ли оно плодом воображения, был опрошен кто-то рядом из способных видеть ауру. Она также видела ауру, которая была очень широка с одной стороны и практически отсутствовала с другой. Способность видеть ауру была доступна только в присутствии других людей с этой возможностью. При выходе из обучающей ситуации с такими людьми
способность исчезала. В последующие годы в компании друзей, которые могли видеть ауру, способность возвращалась. Однажды в клинике в присутствии женщины-психолога, чья работа заключалась в психической диагностике посредством наблюдения за аурами людей и их изменяющимися цветовыми узорами, внезапно проявилась способность не только видеть сами ауры, но и их переливающиеся цвета, наблюдать изменения ауры в ответ на колебания эмоций. Просто в процессе разговора с этой женщиной способность внезапно оказалась доступна. То же самое, когда мы находимся в непосредственной близости от ауры людей с определенными способностями, может иметь место определенная передача этих способностей. Проще говоря, на нас или позитивно, или негативно влияют компании, в которых мы находимся. Вряд ли мы преодолеем комплексы, если делаем выбор быть в компании тех, кто имеет те же проблемы. Это явление было очевидно в случае разведенной женщины, которая пришла на консультацию. Она хотела знать, нужна ей психотерапия или нет. Она жаловалась на незаживающие язвы и мигрень. По мере разбора истории, вперед вышла большая горечь по поводу неудачного травматичного развода. Как рассказала женщина, она присоединилась к феминистской группе повышения сознательности. Она описала эту конкретную группу, состоящую почти полностью из разведенных женщин, которые были огорчены, сердиты и ненавидели мужчин. Как группа они получали много выигрышей от своего негатива. На самом деле их жизнь была несчастной и довольно жалкой, так как они изо всех сил боролись за то, чтобы восстановить свою самооценку через впадение в крайности и явный эмоциональный дисбаланс. После прослушивания ее истории и исследования жизненных обстоятельств, ей было предложено вместо психотерапии следовать одной простой рекомендации на протяжении 3 месяцев. Если это не сработает, она могла бы еще раз подумать о необходимости психотерапии. Эта рекомендация заключалась лишь в том, чтобы просто прекратить ее связь с группой и огорченными, разведенными подругами, а вместо этого искать компанию людей, которые успешно наладили свои взаимоотношения, несмотря на произошедшие разводы. Сначала она сопротивлялась и утверждала, что у нее нет ничего общего с членами таких компаний. Затем она признала 2 основных факта. Во-первых, требовалось гораздо меньше энергии, чтобы развивать отношения с позитивными людьми. Во-вторых, один из законов самосознания гласит: «Подобное притягивается к подобному». Горечь привлекает горечь, в то время как любовь привлекает любовь. Она спросила себя: «Как моя горечь захватила меня? Разве я извлекла из нее что-нибудь положительное и полезное для себя?» С течением времени она перестала проводить время со своей группой и начала искать отношений с более здоровыми, уравновешенными людьми. В компании более счастливых людей она была рада понять, сколько негатива она держала внутри себя. Она начала давать себе отчет, что сознательно хранила негатив и предпочитала придерживаться его, и стала видеть цену такого негатива. Вся ее социальная жизнь изменилась. Она начала улыбаться и стала счастливее. Ее мигрени исчезли. В конце концов, она снова влюбилась и шутила о том, что это стало лучшим лекарством от язв, которое она когда-либо пробовала. Если мы обнаруживаем себя в состоянии апатии, мы можем раскрыть ее основную программу, задавшись вопросом, что мы пытаемся доказать. Что жизнь гнила? Что это безнадежный мир? Что это была не наша вина? Что никто не может найти свою любовь? Что счастье невозможно? Что мы пытаемся оправдать? Сколько мы готовы заплатить, чтобы быть правыми? Как только мы признаем и отпускаем чувства, которые возникают как реакция на эти вопросы, начинают появляться ответы.
Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт, портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвование и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!